окружающему. Окей? Значит, смотрите, просто история вопроса для того, чтобы было понятно, как бы, почему мы собрались и как это все произошло. Потому что мне кажется, это как бы важно. Смотрите, триггером ко всей, к этой конференции послужило известие о выходе в свет книги, которая называется «Жертва искусства» господина Рувена Фаермана. Окей? Значит, сама книга... Раввина Рувена Фаермана, да? Что-что? Раввина Рувена Фаермана. Да, да, правильно. Да, ты правильно сказал, но я цитировал так, как написано в книге. Не написано... Раввина и профессионального искусствоведа. У него две профессии. Так, сейчас, одну секундочку. Давайте я доскажу, а потом я цитирую, как написано на обложке книги. Окей? Все остальное – это комментарии. Значит, теперь дальше. С самой книгой, с заявлениями, с статьями, с вопросами, с тезисами выступающих и тех, кто не успеет выступить, можно ознакомиться на странице этой конференции на сайте lelmod.org, а я думаю, все получили этот линк. Теперь дальше. Очень коротко, значит, заканчиваю преамбулу, она такая. Сама книга, по-видимому, да, так я резюмирую общее мнение. Когда мы делали, я делал предварительную как бы обсуждение с людьми, которые предполагал, что они будут выступать, да, но это круг более-менее наших общих знакомых, так в широком смысле слова. Ответы были от резко негативных до просто негативных, да, и общее пожелание было такое, книга не стоит того, чтобы ее обсуждать, да, а стоит обсуждать гораздо более общие вопросы, что такое искусство, каббала, ну, может быть, искусство и иудаизм. Значит, теперь дальше. Тем не менее, мы посчитали, что эта книга, она, мы можем ее использовать как триггер, и тем не менее является чрезвычайно важным хотя бы на первом этапе обсудить именно вопросы, которые поднимаются в этой книге, да, и как бы основной мод, основной стиль, основное направление этой книги. Значит, для тех, кто не читал, ну, буквально в одну очень банальную фразу я как бы даю, позволяю себе сказать, книга, которая как бы аннулирует искусство и произведение искусства в широком смысле слова для людей, которые находятся как бы в религии. По разным как бы причинам, по причинам аморальности самих произведений искусств, по аморальности авторов, излагает достаточно как бы тривиально, но во всяком случае приводит как бы к такому... пытается довести простой довод о том, что, в общем, это все мешает, это не имеет смысла, это только служит для нас барьером. Окей? Теперь дальше. Поскольку в религиозных кругах, тем не менее, бытует некоторое, ну, скажем, начиная от отрицательного до сомнительно непонятного отношения к искусству вообще, мы посчитали, что хотя бы на первом этапе вот это вот обсуждение, а именно комплекс этого вопроса на самом-самом первичном уровне иудаизм или религия в общем смысле слова и искусство представляется, да, важным. Последняя фраза, я заканчиваю. Просьба к выступающим. Да, эта конференция, как и предыдущая, которая, например, была конференция, посвященная вопросам катастрофы христианства. Идея, наша идея какая? Мы не ставим своей целью дать однозначный ответ. Мы не ставим своей целью подвести народ к какому-то выводу и сделать уставной приказ, а именно правильный вывод такой. Наша общая идея заключается в том, чтобы обсудить, раскрыть аудиторию и дать возможность каждому услышать другого и, может быть, еще лучше понять общую проблему. То есть наша общая идея, наша общая задача в самом общем смысле этого слова, а именно развить некоторую общественную дискуссию. Последняя фраза, которую я говорю, сам господин раввин, искусствовед Фаерман, он, ну, не то чтобы отказался, но, на самом деле, он как бы не согласился участвовать, сказал, что те, кто как бы интересует, могут посмотреть его уроки на эту тему. Окей, все. Значит, первый докладчик у нас, выступающий, это Михаил Караиванов. Миша, пожалуйста, мы тебя слушаем. У нас регламент такой, мы просим выступающих, пожалуйста, не больше 15-минут на выступление, ну и потом, соответственно, обсуждение. Миш, мы тебя слушаем. Муадим Лесимха. Хагим Узманим Лесасо. Да. Значит, когда эта тема, в принципе, меня очень... Тема меня...
Тема меня очень интересует. Меня слышно? Сейчас да. Угу. Тема меня очень интересует. И я хотел бы вообще как-нибудь попытаться сформулировать вопрос о том, с кем же и как бы искусство и наше, в общем, и нашу жизнь, как же ее правильно эту тему, как же правильно эту тему обсуждать? И как правильно начать? Причем ее можно... Так, Миш, одну секунду, некоторое техническое замечание, если ты меня слышишь. Ты в суке, у тебя плохой интернет, окей? И поэтому ты прерываешься. На первом этапе я тебе рекомендую выключить видео. Если ты выключишь свое видео, мы тебя не будем видеть, но, возможно, мы тебя будем слышать. Наверху сделай стоп-видео. Если это не поможет, сделай тогда стоп-шер. Он вообще за... Да. Да, мы тебя слышим. Включили, хорошо. Значит, тема для меня очень важная. И там на сайте, спасибо, Натан, что ты поместил статью, которую я написал уже больше 10 лет назад. На эту самую, на это, как бы моя позиция, наверное, будет достаточно крайним, потому что даже не с прикладной точки зрения о том, что искусство – это не просто некое занятие, не просто эстетика, не просто красивая синагога, как, например, как когда я обсуждал, ну, обсуждая в синагоге вопрос с моим другом и соседом Мишей Ехилевичем. Я его тоже пригласил, надеюсь, что он тоже слышит или услышит. Он сказал, ну а как же, как храм-то будем строить без образов и без опыта, и без архитектуры, и без художников, и все прочее. Но для меня все равно это некоторый прикладной аспект. А главным в данном случае для меня все-таки является... кардинальный аспект, и его именно я изложил в статье. Не хочу повторять сейчас, потому что про статью уже рассказывал на семинаре про проект «Бейт Мидраш Леуми», о том, что, так сказать, нам всем нужно заниматься «Бейт Мидраш Леуми», но там есть некая парадигма, что по лестнице Якова, Яков, наш праотец, да, родоначальник народа Израиля, спит около подножия лестницы, но в своем сне, своим сном он поднимает ангелов, поднимает и опускает. Те, которые с ним в хорошем, так сказать, в хороших отношениях поднимаются, те, которые в плохих, опускаются. И в статье развивается идея о том, что это ангелы народов мира, это как раз и есть это самое искусство. Это Volksgeist, это народный дух, это художники, поэты, писатели, вот это... Эти самые деятели искусства, они и есть божественные ангелы, которых Яков поднимает и опускает, и через них Всевышний и управляет всем миром, человечеством. Непосредственно отношение Всевышнего с Яковом и с его детьми, с нами, то есть происходит не через ангелов, по крайней мере, временами не через ангелов, но и через ангелов тоже, опосредованно, через народов, через ангелов народов мира. Ангелы народов мира – это главная идея статьи. Посмотрите, она на русском языке написана и помещена. Да, я буду рад продолжить это впоследствии дальше, более детально. Тут то, что вы видите на экране, это искусство на уровне, это Википедия. И искусство от искушение, опыт, испытание. Я совершенно понимаю, что тема напряженная, и она напряженная, в ней есть напряжение на всех уровнях, и на практических, на уровнях практики тоже. Ну, например, я задаю себе вопрос, как я объясню себе то, о чем я писал в этой статье, и то, о чем я собираюсь говорить дальше, например, своим хаббатским внукам. Еще родители еще как-то понимают, потому что они знают, что меня мучает с детства. Я сразу скажу, у меня предвзятая точка зрения. Я не буду сейчас говорить, что у меня отец и брат художники, что я вырос на
на высоком статусе искусства. Так что, я собираюсь защищать божественную, это моя личная позиция, но я вполне готов, так сказать, смириться. Я обязательно хочу сказать, что сейчас, когда прошло меньше 2 недель с тех пор, как прошло меньше 2 недель, меня слышно? Там у меня... Да, слышно. Да, внуки вырывают шнур от... Да. Хабатские внуки вырывают шнур, когда я говорю про искусство. Короче говоря, прошло меньше 2 недель с того момента, что мы проводили моего учителя Михаила Шнейдера. Я хотел бы вот эти вот оставшиеся минуты, которые у меня есть, как-то я все время о нем думаю. Ну, что сказать, это накатывается больше или меньше, это отчаяние и, так сказать, это потеря. Но я все время думаю о том, как бы он организовал этот дискурс. И он, кстати, читал и обсуждал со мной много эту статью, и там много его идей, и которая тоже помещена на сайте. Короче говоря, он был человек, как сказать, лицеприятный, и, так сказать, вполне был готов терпеть крайние точки зрения, даже которые не совпадают с его собственной, если только они не наступали на моральные, так сказать, на моральные принципы. Моральные принципы очень важны, их никак не следует в данном случае. Поэтому вопрос про мораль искусства – отдельный интересный вопрос. Но я с вами поделюсь некоторыми своими соображениями, сомнениями насчет того, как бы, с кем бы следовало обсуждать. Конечно, я хотел бы обсуждать это и с Мишей, и с Давидом Кажданом, чтобы он был здоров и хорошо себя чувствовал. Но еще я хотел бы и обсуждать и с Рамбомом, и еще с несколькими персонажами. Короче говоря, не все согласятся, что вот этот вот искус, о котором здесь говорит, что художественная практика, и часть людей, я знаю, тут художники, нас с вами слушают, и они понимают, о чем я говорю, о том, что это искусство, процесс, итог выражения внутреннего отношения к миру и творческая деятельность. Для меня это очень важно лично, но опять, так сказать, я вполне понимаю, что возможны разные взгляды, и тут смешано много разных вопросов, как в Википедии написано, что есть искусство, художественное, творчество, отражение, творчество и образное мышление, если хотите, на иврите «кох медаме». Когда в статье утверждается, что по лестнице Иакова поднимаются ангелы других народов, и что это и есть художники, писатели и поэты, то, может быть, оппонент, который мыслимый оппонент, мне скажет, что зачем нам вообще нужны народы мира с их ангелами? Мы тут хорошо живем в земле Израиля, или, так сказать, или в хорошей общине в Европе или в Америке. Нам, может быть, вообще не нужны другие народы. И в этом размышлении я привел цитату из книги «Дворим» с «Хор я мото лам бину шно дор вадор». По сути дела, нам книга «Дворим» предлагает подумать и вникнуть и обсудить. «Шаля виха» и так далее. «Беанхель эльем гоим, беафридобный адам яцав гвулот амим». Границы народов, они... Всевышний поместил их лемиспар бней Исраэль. Там есть вариант бней Эль. Не будем сейчас, что в каком-то смысле народы мира и Израиль, они как бы мапируются. Если мы выкинем народов, мы выкинем Израиль. Это, так сказать, Израиль мамлехет куаним вегой кадош среди народов. И все мы дети Всевышнего. Так что я считаю, что ангелов народов и искусство, если сказать одной фразой, не следует не только что сбрасывать с парохода современности, но наоборот следует, так сказать, понять эту гармоничную картину, как Всевышний управляет миром через народов ангелов и через искусство, безусловно, и я считаю, что оно нам необходимо, так что это как бы главный тезис. Теперь я хотел коротко, я сказал, что я хотел бы некоторым образом определить, с кем бы я хотел, как бы на каком уровне следовало это обсуждать. Опять, вопросы, которые я видел, задаются очень важно, они практические. Как и для меня важный вопрос, как я буду обсуждать вопросы искусства с внуками, которые не читали детские книги, которые я читал в детстве. Поэтому я хотел коротко представить вам средневековую историю,
История дочери царя и городском бездельнике, перевод мой, сколько я помню, которая приписывается Раби Ицхаку из Акко. Раби Ицхак из Акко – знаменитый персонаж. В конце 13 века, в начале 14 века это был удивительный раввин, который расследует авторство книги Зоар, что это книга Раби Шимон, древняя книга Раби Шимон бар Йохая или Раби Моше де Леон что-то написал от себя и так далее, и так далее. Это просто вот... И он пережил погромы, видите, он написал Раби Ицхак из Акко. Акко разрушен в 1291 году, и там убивали евреев. Это все, что он видел. И вот он нашел, и вот что написано в дневнике. Это тот самый Раби Ицхак из Акко. Цитируется эта история в другой книжке начала 16 века Раби Ильяу Давидаса. Я извиняюсь перед теми, кто знает эту историю хорошо. Она подробно обсуждается во многих книгах, и у Моше Идоля, и так далее. И также можно усмотреть из одной истории, которую описал Раби Ицхак из Акко, благословенной памяти. Опять, эта история не совсем про искусство. Это история о некотором цепочке образов, но мне хотелось бы пригласить для обсуждения вопроса стыка Торы и искусства с нами, вместе с Мишей Шнейдером, и вместе с нами Раби Ицхака из Акко, и Раби Ильяу Давидаша, и Рамбама. Мы сейчас увидим, что Рамбам незримо присутствует тут, конечно же. Однажды вышла, и вот история начинается круто, вышла царская дочка из бани, и увидел ее один из бездельников. В тексте на иврите написано «Миёшвей кранот», один из людей. Есть люди, которые целые дни проводят безделье и ничем особенным не занимаются, когда есть деньги и так далее. Сегодня, может быть, это не сидящие на площадях, как я написал, а на площадках интернета, но так или иначе. И увидя ее, вздохнул глубоко этот человек, этот простой человек, простолюдин, Эхад Миамон, называется он в этом тексте на иврите, и сказал так: «Кто бы дал, чтобы оказалась она в моей власти, дабы я мог сделать с ней все, что мне хочется». И случилось так, что царская дочь, конечно, там были ее слуги и охраны, и все, но она услышала, что он громко сказал, этот наглец, и ответила ему: «На кладбище будет это, а не здесь». Так она ему сказала. Но тут вот интересно, как он на это прореагировал. Что она имела в виду? Может быть, она имела в виду, что не произойдет это никогда. Что такое может быть только в каком-нибудь другом мире после смерти или что-то такое. Но бездельник этот услышал эти слова, этот простой человек, Эхад Миамон, услышал эти слова, он чрезвычайно обрадовался. Он подумал, что она назначает ему свидание. Я тороплюсь, чтобы не выйти из нормы. Она совершенно не это имела в виду, но хотела сказать, что именно там, на кладбище, цитата из книги Иова, «Малые и великие там равны». Там окажутся все, но тут в обычной жизни не так все происходит. И не может быть такого, что у него бы с ней возник роман, потому что даже встретиться как следует нету такой площадки. И встал этот человек и пошел на кладбище, и находился там, что Раби Ицхак из Акко рассказывается, и привязал, сосредоточил о ней свою мысль. Да, он думает об этой дочке царя. Вот эта вот идея про красоту этой дочки царя. И размышлял о ее вейкшор махшевы цихло батамид яхшов бецурата. Значит, он размышлял об этой красавице, дочке царя. И тут его мысль освободилась. Дальше это слово «освободилось» встречается, оно ключевое в этом тексте. «Умиров хэшкоба евшит эт махшевато». Тут «евшит» как слово, ну, тоже как «раздеть», да, «евшит». «Освободилось», как освобождаются от одежды. «Освободилось» его мысль от чувственной сосредоточилась на образе этой женщины и на ее красоте. Это вот это освобождение, я помню лекцию Моше Иделя, который подробно рассказывал, что это важная точка у каббалистов. Освобождение мысли от «гевлей газман», от всякой суеты нашего мира. «Дни и ночи постоянно находился он на кладбище, там ел, пил и спал, и сказал, если она не...» Он Небах, наивный парень, подумал, что она назначила ему свидание, и так продолжалось многие дни. И вот дальше описывается интересный процесс, и в высокой степени его отделенность от всего чувственного. Миколь давар мургаш, да, и вот это вот освобождение, за его уединение и страсти освободилась душа его от чувственного и прилепилась к интеллектуальным основам настолько, что от всего чувств, что вообще она
да, произошло освобождение его души. Даже от мысли о женщине я поставил восклицательный знак и прилепилась к Всевышнему. Между прочим, вот тут Рамбам, которого мы хотели. Рамбам, конечно, тоже мой оппонент. И он не сразу скажу, он не придавал искусству достаточного, с моей точки зрения, значит, недостаточно оценил его, но вот с Рамбамом я хотел бы спорить, потому что именно Рамбаму принадлежит эта идея, что человек размышляет, и его размышление присоединяет, его понимание присоединяется к Сехель-а-Поэль. Тут опять про Мишу Шнейдера, с которым мы 4 года. Да, отступление про Шнейдера. Занимались с ним 44 года. Мы сначала учили читать Раши. 4 года в Маханайме читали Морен Элухим. 20 последние лет ежедневно, иногда 2 раза в неделю занимались Зором. Хазаль сказали, что я это сказал на кладбище во время Алвая, что Хазаль сказали, до 40 лет человек не понимает «Ло юред альсов да атош эль рабо», не понимает мысли своего учителя. Простой смысл этой истории мне, этого высказывания мне ясен. Евреи 40 лет ходили в пустыне, и пока в пустыне не способны были понять Моисея, который их вел. По прошествии, потом уже в земле Израиля и проходит тысячелетие, и мы понимаем, для чего все это было нужно. 44 года я занимался с Мишей, я тоже не лой рад отцов да то даем, но я бы хотел с ним обсуждать. Вот уровень обсуждения должен быть такой, чтобы Миша бы сказал, да, это серьезное обсуждение. Значит, освободилась от всего чувства, я уже в конце своего временного... освободилась от всего чувственного и возжелала познания Бога. И он превратился в совершенного человека. Я знаю, что Менахем Иглом писал про это интересный трактат про совершенного человека. И стал служителем Бога. Превратился он в Иш-Кадош, в человека святого. Молитва его была услышана, и благословение его стало действовать. Действовать опять тут через, да, его сознание присоединилось к Сехель-а-Поэль по Рамбаму, нашего с вами собеседника на эту тему, и начало действовать, актуальное воздействие. Так, у меня нет времени рассказывать то, чем у меня... Я не извиняюсь, если можно резюмировать. Да. Да, и еще он, Раби Ицхак Кончаев, обсуждал эту историю и написал там историю про отделенных от мира. Это, вероятно, идея тех, которые хотят отделиться от искусства. Я думаю, что мы не на этой ступени. И написал еще тот, что никогда не желал женщины, похож на осла, и даже еще хуже того. Круто написал Раби Ицхак Изака. А смысл всего этого, что также из чувственного влечения может начаться служение Богу. Это и есть главный мой тезис, что искусство для нас абсолютно необходимо, и для нашей общины, например, оно и есть необходимым, является необходимым трамплином. Я совершенно не хочу сказать, что есть такая заповедь обязательно пойти в театр и посмотреть новое представление или на выставку. Ну, к счастью, мы ходим и на представления, и на выставки, которые члены общины делают. Короче говоря, про божественность искусства я хотел продолжать, и примерно главная идея была то, что я обрисовал примерно уровень обсуждения. Вопросы остальные практически очень важны, они существуют, но мне кажется, надо сначала определить этот уровень. На этом закончил. Окей, сделай, пожалуйста, стоп-шер. Я предлагаю, если остальные как бы соглашаются, давайте сделаем небольшой маратон, а именно прослушаем еще одно либо два выступления, а потом начнем задавать вопросы для того, чтобы войти как бы в общий дискурс того, что мы обсуждаем. Я не услышал, может быть, вы услышали, я не услышал ответов на те вопросы, которые ставит господин раввин Фаерман, ни про аморальность красной шапочки, ни про неправильный подтекст Ромео и Джульетта и как бы так дальше. Но, возможно, то, что сказал как бы Миша, это вносит нас как бы в общую атмосферу диалога. Я предлагаю, давайте послушаем Шуламит Иру Капилевич, вот, а потом, если будут вопросы, начнем задавать вопросы. Ира, пожалуйста, мы тебя слушаем. Так, по очереди, вроде бы ты меня обещал. Да, Ира, она убегает, я дико извиняюсь. Извини.
Нет, нет, я могу. Все нормально, все получат свое время. Я буду коротко. Дело в том, что я буду коротко именно потому, что я свои тезисы написала достаточно подробно, и эссе Натан выставил. Это действительно не просто тезисы, это достаточно длинное, такое пятистраничное сообщение. Мои мысли, я назвала его «Божественный отбор». Или просейте разумное, доброе, вечное. И я действительно отвечаю Раву Фаерману, потому что я думаю, что все-таки диалог важен. На мой взгляд, то, что Рав Фаерман, самое хорошее, что есть в этой книге, это вот эти вот замечательные псуким, замечательные цитаты из произведений Рава Кука. И я должна сказать, что это вещи, которые сейчас действительно живут в Израиле, в израильском искусстве, в израильском воспитании. И чем больше мы будем этим действительно всерьез заниматься, тем больше мы будем понимать вообще место искусства, божественное место искусства в нашей жизни. А по поводу действительно тезисов Рава Фаермана, я должна сказать, что, к сожалению, эта книга разочаровывает уровнем то, о чем мы говорили. И прежде всего проблема заключается в том, что происходит путаница между искусством и просто каким-то указателем дороги. Иди туда, иди сюда, иди так, иди сяк. Это не то же самое искусство, как жизнь. Полно всего разного, и в искусстве у нас есть и хорошее, и плохое, и то, чем на самом деле мы занимаемся, входя в контакт с искусством, это мы как бы тренируем вот эту мышцу божественного отбора. Из искусства мы выбираем то, что говорит нашей душе, то, что продвигает нас, и что-то мы можем откидывать. И поэтому, когда Рав Фаерман говорит о том, что это самое «Ромео и Джульетта» – это пьеса о самоубийцах. Безусловно, он настолько все упрощает, что все, что хочется сказать, что если мы будем говорить так, то наши дети вернутся с тезисом, что иудаизм – это про каких-то дубовых досок, которые врут сами себе. Потому что если мы подходим с такими клише, то и они подойдут именно так же. На самом деле мы должны помогать самим себе и помогать нашим детям обеспечивать вот этот рост. И, честно говоря, искусство здесь является, может быть, одним из самых замечательных тренажеров для развития вот этой вот самой мышцы. Рав Фаерман берет все в одну большую кучу, сваливает все в одну большую кучу. И, на мой взгляд, вообще большинство тезисов, о которых он говорит, это не вопрос о жертвах культуры, это вопрос о жертвах бескультурья, на самом деле, какого-то безвоздушного пространства. Все, что он описывает, все эти дети в сетях, все эти игры в голубого кита, которые оканчиваются самоубийством, это все происходит от пустоты. И как раз-таки искусство, воспитание, книги, фильмы – это то, что может противостоять. Опять же, если есть люди, которые могут вырастить своих детей исключительно только используя чистейшие еврейские тексты, может быть, я не знаю. Но если происходит ситуация в семье такая, что человек выбирает какие-то, значит, исключительно чистые тексты, а ребенок при этом занимается черти чем, мы тоже не пришли ни к чему, не говоря уже о том, что нет чистых еврейских текстов. Прежде всего, то есть в искусстве мне гораздо легче справиться с какими-то неприятными, неподходящими для нас образами, чем внутри Танаха, чем внутри Талмуда, потому что там тоже работает вот этот вот момент божественного отбора, момент, когда мы должны выбирать вещи, выбирать, что подходит, выбирать, что не подходит. Начиная с царя Давида, с Шира Ширим, все это вещи, которые неоднозначны и простые, пустые, достаточно истины не остаются в веках. В веках остаются, и в наших душах сегодня остаются вещи сложные, над которыми мы поработали. И поэтому искусство здесь очень-очень важное. По поводу вышеупомянутой красной шапочки и вообще всей вот этой вот дискуссии, на мой взгляд, одна из самых, в общем, мне не понравившихся черт в этой книге
это то, что это как бы представляется, вау, впервые кто-то разгребает авгиевые конюшни, кто-то вдруг наконец-то сказал правду про культурные мифы. Это все, конечно, совершенно не так, потому что вопрос на самом деле о страшных сказках или о моральных сказках, он стоит давным-давно, с 70-х, с 80-х годов. Есть огромная-огромная куча литературы, которая говорит о... в основном-то идет, может быть, прежде всего сначала из Америки, говорит о педагогических проблемах, психологических проблемах страшных или не выдержанных морально сказок. И на самом деле уже выросло целое поколение детей, которые этих страшных сказок и не знают. Эти сказки все уже давно переписаны, они звучат иначе. До такой степени, что уже даже психологи начали задумываться, а не слишком ли сильно из этих сказок вообще все повытаскивали, потому что где-то упражнять вот это вот эмоциональное здоровье ребенка, справляться со страхом, справляться с неизвестностью – это тоже нужно, невозможно создавать чистые, бесконфликтные произведения. И на самом деле изменения происходят очень сильные и в литературе, которая всегда считалась религиозной, потому что на самом деле для детей раньше религиозную литературу писали очень прямолинейно, очень, значит, вот этот хороший, вот он бежит, одной рукой надевает младшему братику костюм, другой рукой дает сдаку, третьей рукой, там, я не знаю, что-то одевает цицит на самого себя, я не знаю. И это все тоже уходит даже в харидимном мире. Немного появляются произведения, которые реально отображают сложность человеческой души, сложность выбора, который перед нами стоит. Раф Файерман задевает проблему, которая, может быть, звучит более как-то серьезно, вот эти вот женщины, вот этот образ женщины, которая ищет, значит, в культуре, в литературе, значит, каких-то красивых образов, какой-то красивой любви, и из-за этого не может создавать свою собственную семью. Опять же, он далеко здесь не первый, и не только иудаизм, в общем-то, и такая здоровая психология об этом тоже очень много говорит, и я считаю, что обвинять в этом литературу – это смешно, это поверхностно, то есть женщина сама про себя может сказать, там, я вот бросила читать русскую литературу и вышла замуж, но это как бы субъективное мнение определенного человека. Если человек выходит с серьезной книгой, такого рода явления должны быть рассмотрены очень серьезно, например, это может быть какое-то качественное qualitative research, качественное исследование с интервью, с глубокими темами, которые поднимаются, и тогда мы можем на самом деле увидеть, что это не проблема литературы, это комок проблем, которые вырастают из воспитания внутри общества, которое не умеет говорить о чувствах, которое не умеет проводить разделительную грань между людьми и между их жизненным пространством. И, безусловно, у Рава Файермана это все очень сильно упрощено. Следующий ряд проблем в этой книге, который поднят, я вообще считаю, что совершенно к вопросу об искусстве не относится. Это вопрос об индоктринации, о каких-то книжечках, о каких-то произведениях, которые продвигают ту или иную идеологию. Тут я вообще считаю, что есть полная ошибка, потому что это уже не литература, это наоборот вопрос, укрепляющий позиции искусства и литературы в нашей жизни, потому что именно когда люди теряют вкус к хорошему, к настоящему произведению, они теряют вот это вот чутье и не могут отличить агитку, и могут пойти за агиткой, а не за хорошей литературой, за действительно какими-то очень серьезными вещами. И закончить я бы хотела двумя моментами. Может быть, самое большое моральное напряжение, которое мне, значит, дала эта книга, происходит из того, что автор очень легко судит. А вот этот вот был психиатрический пациент, этот автор, а этот автор был вообще, значит, человеком морально там таким-то или сяким-то, о чем мы вообще можем говорить. Это каждая история каждого писателя, каждого автора, каждого деятеля искусства, она на особенку. Мы не можем прилеплять вот такие вот ярлыки, а что от него можно услышать, если он там такой-то и такой-то. Это, на мой взгляд, как раз противоречит иудаизму. И та же Марина Цветаева, на самом деле, очень
тонко, очень четко в свое время задавала вот именно этот же самый вопрос соотношения между искусством и вот этой вот правдой, вот этими моральными ценностями. Когда же мы перестанем принимать чару за силу, а силу за правду? То есть вот это тот искус искусства, это даже произведение называется «Искусство без искуса», да, или еще одно «Искусство при свете совести». То есть этим вопросом задавались. И действительно, вот суть вот этого божественного отбора, который мы производим в своей душе, и потом, когда мы выбираем для своих детей, а с подростками мы уже не можем за них выбирать, мы уже можем с ними только вести диалог, это именно вот этот вот момент отбора. Я честно скажу, я очень много за свою дорогу вещей откинула, а со многими вещами, которые меня в свое время очаровывали, я перестала иметь близкий контакт, именно посчитав, что все это больше. И тем не менее, я могу очень четко сказать, я нисколько не жертва культуры. Я считаю, что любимые книги, любимые стихи — это те самые крошечки, которые Всевышний мне сыпал по дороге к иудаизму. Я не могу им врать, я их люблю, я их продолжаю носить в душе и никогда не плюну в их сторону, кто бы их ни написал, что бы ни стояло за историей человека, написавшего произведение, потому что что важно, важно то, что это произведение делает с моей душой, что происходит со мной, когда я с этим произведением контактирую. И если честно, если вот так вот спрашивать, что для меня как бы великие произведения на сегодня вот такого действительно еврейского искусства, я назову Рава Сабата, художественные произведения Рава Сабата. Для меня это вот чистейшее, вот просто чистейшее еврейское искусство, где действительно вот наша божественная совесть соединяется с потрясающей художественной силой, с потрясающим абсолютно языком. И есть еще произведения, например, «Псиот Бахоль» для юношества – это произведение, описывающее путь девочки, потерявшей родителей в теракте. И это действительно мы видим, как вот ее молитвы переплетаются с перепадами ее вот этого настроения, как возвращается траур, отходит, приходит, захлестывает волной, как она пытается выстраивать отношения со своим женихом и с будущим мужем, а потом уже и с мужем. То есть это, на мой взгляд, вот то самое, к чему мы где-то должны стремиться. Ну и последнее, мы не сможем с вами решить вообще эту великую проблему, о которой мы говорим, пока мы не поймем феномена Карлсона. Ведь если мы реально посмотрим на этого литературного и художественного героя, ну, боже мой, это же просто какой-то летучий Ецерара. Ну что, и жадничает, и не делится, и ответственность на себя не берет. Мама, а мам, папа, ой, я пошел, да, то есть... И тем не менее, мы все очень прекрасно понимаем, что та радость, то творчество, та семейная любовь, которую эта книжка и подобные ей приносят нам в жизнь, ни с каким моральным учебником «делай так, делай сяк», «что такое хорошо, что такое плохо» не сравнится. Все не работает по линейке. Так что пока мы не разгадаем загадку Карлсона, мы и загадку искусства не разгадаем. Все, а остальные вещи вот написаны в... Окей. Спасибо, спасибо огромное. Было очень интересно. Да, и это как раз, ну, как бы дополнение пазла, который вот Миша говорил. Окей. Есть поднятая рука. Я чисто технически, давайте правильно сделаем так. Я забыл про это сказать. Те, кто хочет задать вопрос, правильно нажать на кнопку «Raise hand» или у вас... может быть, по-русски написано «поднять руку», да, и тогда будет видно, и тогда вы точно получите возможность. И Ира Ефременко, Ирина Ефременко, мы вас слушаем. Я вижу поднятую руку. Вы хотите задать вопрос? Да, да. Да, окей. Я хочу, да, я бы хотела сказать вот как. Конечно, это очень все приятно слушать, наши ощущения, наши какие-то движения души, но ведь искусство, оно оказывает влияние на растущие, на поколения, на годы вперед. Например, вот один психолог, очень известная русская психологиня, такая женщина третьей степенью как минимум, она пишет, анализирует, например, русские сказки. Она говорит, хотите, чтобы ваша дочка вышла замуж за алкоголика? Читайте ей книжку про то, как Аленушка говорила братцу Иванушку, не пей с козлиного копытца.
потому что у детей в этом возрасте закладывается представление о том, как, что такое хорошо и что такое плохо. Если девочка в 3 года понимает, что хорошая девочка, это которая братцу говорит, не пей из козлиного копытца, а он пьет, а она за ним ухаживает, она потом с ним носится, она жизнь свою на него... Вот вам, пожалуйста, портрет русской женщины. Или, например, вот трудно сказать, что, например, Анна Каренина, да, это низкого уровня произведение, это очень высоко. И если вы посмотрите на эпиграф, например, на мораль, которую вложил туда автор, все знают, наверное, да, «Мне мщение воздам». Да. А кто это читал в школе, когда мы читали? Нет, мы читали про то, какая это великая женщина с великими чувствами, с великими душевными позывами какими-то. Теперь, значит, что? Что мы выучили? Мы как поколение и как наши дети, что мы из этого должны выучить? Что женщина, которая заключает договор с мужчиной, он ей дает все, требует от нее одного, быть женой и матерью хорошей, имея все. Теперь, значит, мы научили, что нет, если у меня есть большие чувства, то я могу все это типа послать и сделать, как мне самой хочется. Понимаете? То есть нужно вот на это смотреть, и мы так выросли, и мы теперь так выросли, мы такие есть, мы теперь так говорим. У меня любовь, поэтому я бросила своего мужа, своих детей, своих обязательств, все свои, и побежала за своей любовью. Что такое любовь, каждый определяет по-своему. Понимаете? Вот. Ну, в общем, про это можно разговаривать очень много, но мне кажется, что нужно посмотреть вот с этой точки зрения. Наши мудрецы, они не такие простые, они смотрели на один шаг вперед, не на то, как нужно, что я сегодня почувствовала. Да, мне очень красиво, какой-то поэт разговаривает про свои чувства какому-то своему другу и так далее. А когда наш сын становится гомиком, мы начинаем плакать. Окей. Ирен, можно заострить вопрос? Так, если это вопрос, заострить вопрос. Есть вопрос? Да, вопрос вот такой. Значит, вопрос вот такой. Да. Ты же предлагала высказываться тоже, не только вопросы. Нет, поэтому мы выслушали, да. Шния. Хладнокровнее. Окей. Да. Да. Вопрос очень простой. Кроме ощущений наших, вот мне кажется, это то, что отражено в книге Рава Хаскина. Кроме наших ощущений, искусство еще оказывает влияние на нашу мораль и на наше отношение к жизни и бемиюхад на будущее поколение. Вопрос на это, как влияет искусство? На куда? Окей. Замечательно. Хорошо. Вопрос остался, как бы он задан. Я надеюсь, что в последующих выступлениях мы более-менее коснемся. Давайте перейдем. Нехама, мы тебя-вас слушаем. Илья, пожалуйста, не отчаивайся, ты следующий. 15 минут в твоем распоряжении. Мы слушаем. На самом деле, я не собиралась особенно касаться книги Фейермана, потому что Натан провозгласил, что это только триггер, что так как бы большинство людей отрицательно к этому отнеслись, и, как мы видели в его предисловии. И я как бы наоборот хотела отразить Нет проблем. Секунду, более позитивную какую-то сторону, поэтому я сейчас говорю за небольшое вступление. И кроме того, я думаю, что это немного будет ответом для предыдущего выступления. И не говоря уже о том, что я, конечно, никак не хочу спорить ни с Мишей, ни с... Ира Копилевич. Ни с Ирой Копилевич, безусловно. Я, в общем-то, во всем совершенно согласна, но я хотела немного заострить именно вот ту тему, которая только что была поднята. И мне кажется, что это очень важно подчеркнуть, что искусство во всех его формах, оно влияет на нас чрезвычайно сильно, особенно талантливое искусство. И кроме того, оно формирует внутренний мир человека и его систему ценностей. В этом нет никаких сомнений, я не думаю, то есть, во всяком случае, из тех, кто до сих пор выступал, что он подвергает это сомнению. Хотя, с другой стороны, насколько я поняла, существует прямо противоположное мнение. Я встречалась с таким мнением, что искусство, как, скажем, наука, оно вообще стоит вне морали. Причем здесь мораль, вообще говоря?
я вижу какое-то замечательное эстетическое произведение. Оно на меня как-то воздействует, может быть, эстетически исключительно. Причем здесь мораль? У меня есть какой-то собственный внутренний моральный кодекс. И я могу наблюдать совершенно спокойно и отстраненно любые произведения искусства. Но мне лично кажется, что это полностью нивелирует как бы значение искусства. Одно из его важнейших как бы функций – это действительно действовать на меня. Это пробуждать во мне что-то. И вопрос, что оно во мне пробуждает, это совершенно не очевидно. Ну, конечно, эти вопросы уже много раз обсуждались, но просто я хотела заострить эту тему. Как человек вообще воспитывается? Как рождается в нем вот эта иерархия моральных ценностей? Изначально он от природы своей просто обладает какими-то ценностями, свойствами, чувствами. У него есть любовь, у него есть ненависть, у него есть стремление к справедливости, у него есть стремление к власти. Миллион разных вещей его волнует, миллион разных вещей на него оказывают влияние, ему находят ответ в его душе. Как формируется его система ценностей? Она формируется естественным образом в столкновении с жизнью, в примерах, которые он видит вокруг себя. И это тоже на самом деле, что Всевышний хочет от нас. Скажем, как Манитоу говорит, в чем задача истории? Это найти уравнение братства, построить братские, мирные отношения между людьми, взаимопонимание, взаимоотношения морали. Это то, что он хочет от нас. Это тот какой-то идеал высший, к которому мы пока не пришли. Но именно на это мы все время тренируемся. То, что Ирик говорил про наши моральные мышцы. На это мы тренируемся. И искусство – это одно из площадок этой тренировки, совершенно точно так же, как она говорит. Это некоторый микромир, в котором моделируются эти вот взаимоотношения мои и мира. Тем не менее, настолько оно оказывает большое влияние на меня, так же, как и обычный мир. Иногда даже более сильное, чем обычный мир, обычные столкновения с моими родителями, с моими братьями и так далее, поскольку оно вольно поместит нас в некоторые экстремальные ситуации. И в такой ситуации совершенно не очевидно, как оно будет на меня воздействовать. Потому что это воздействие, на мой взгляд, не всегда позитивно. И естественно, есть какие-то границы, с которыми очень многие здесь сидящих согласятся, что отсюда и далее это для меня неприемлемо. Это аморальное искусство. Вопрос, где эти границы, естественно, проходят. Но тем не менее, я считаю очень важным подчеркнуть, что каждое художественное, великое художественное произведение, оно каким-то образом какую-то сторону изменяет мое, я считаю, что это не только к детям относится, но и к взрослым, мое представление о мире и иерархию моих моральных ценностей. И это не просто так. Можно сказать, я хотела привести очень примитивный пример. Там, например, некоторый герой Артур Раффлс, Эрнеста Уильяма Хорнунга, который написал в свое время кучу рассказов о таком джентльмене-воре. Это такая романтизация воровства. Ну, казалось бы, как бы это шутка, может быть, это была задумана как пародия на Шерлока Холмса. Тем не менее, вот эта романтика воровства, она какую-то песчинку, она где-то как-то меняется отношение в общей культуре в отношении к воровству, например. Это не то, что я, прочитав эти рассказы, вау, подумаю, а все-таки, может быть, пойти за этим, по примеру этого человека. Нет. Но мой взгляд уже на какие-то определенные действия в этом мире, это приключение. Несмотря на то, что это на грани разрешенного, а зато это приключение. То есть есть какие-то мелкие, какие-то непонятные такие нюансы, которые меняются во всей культуре, не только среди тех, кто ее потребляет, ее читает, в отношении определенных вещей. И это вещи неоднозначные чрезвычайно. Это абсолютно не учебник, не катехизис. Это иерархия ценностей, она не построена так, что ее можно выписать. Она
различно в различных ситуациях. Это нечто, что строится в душе человека, это нечто, что строится в общей культуре. И все мы, поскольку мы выросли в этой культуре, у нас сложные отношения с этой иерархией. Потому что иногда она не совпадает полностью с тем, что мы считаем правильным с точки зрения правильных, так сказать, разума, морали и так далее. Тут, насколько я помню, Даня Паланки, вот, а что такое, задал вопрос, а что такое правильным? Это правильно, это может быть, неважно в данный момент что, это может быть даже неправильно с точки зрения моей личной. Вот, например, один раз я посмотрела какой-то фильм, 40, лет 30 он у меня, он очень талантливый, очень, он не говорил ни о чем плохом. Выводы, может быть, были бы очень позитивные этого фильма, но некоторые сцены оказали на меня такое влияние, что много лет не могла его забыть, и он меня травмировал много лет. И то же самое происходит в отношении, например, религии и культуры, что с точки зрения религии есть некоторые позитивные установки моральные, а мы под действием культуры не настолько... У нас возникает некоторый разрыв между тем, что нам кажется, что это позитивно с точки зрения религиозной, с точки зрения моральной, но поскольку в культуре это считается приемлемым, это считается правильным, это принято, у нас внутренне совершенно не желательный такой конфликт, который, в принципе, конечно, не так просто разрешить. И я не говорю, что он позитивный или негативный. Я говорю, что он существует, и, как говорила Ирина, это дело каждого лично, кого он отсеет и решит, что это ему не годится, что это плохо действует, а кого он оставит. Поэтому, вообще говоря, вопрос, который ставится в книге, он вполне легитимен. То, что он, возможно, во многих вещах говорит примитивно, я считаю, что это некоторый путь, некоторый подход такой. Я не пытаюсь делать ему психоанализ и говорить, от чего он подход примитивный. Я просто хочу сказать, что в многих вещах именно примитивный подход, он гораздо лучше воспринимается и покупается, и себя рекламирует, чем вопрос, чем подход более сложный, более... утонченный, и поэтому как бы мне даже не всегда хочется в этом автору упрекать. И вообще говоря, понятно, что если действительно мы признаем какое-то произведение аморальным, чем больше оно талантливо, чем больше оно затрагивает глубины моего существа, тем оно может быть опаснее для меня. Потому что на самом деле все эти чувства, которые оно во мне пробуждает, это чувства естественные для меня. А мораль – это нечто более сложное, нечто более высокого уровня, то, что оно выстраивается у меня постепенно, и она может быть изменена. И так, за счет того, что это влияние, оно такое сильное, оно такое глубокое. Это первая часть, тоже я хотела сказать для того, чтобы объяснить мое отношение вообще к этому вопросу. А в конце я хотела дать два примера общих таких. Не имеется в виду, что здесь там какие-то жертвы искусства или конкретные какие-то произведения. Но это две темы, которые интересно разобрать. И, может быть, не все со мной согласятся. Я, например, изложила это своему сыну, он меня разбил в пух и прах. Но мне кажется, что это интересно поставить на обсуждение. И первая тема – это отношение к трагедии. У Манитова он всегда подчеркивает, что вторение – это трагедия. Трагедия – это древнегреческий подход к миру. Трагедия – это означает, что, в общем-то, в мире смысла нет, что все кончается плохо. Это вкратце. Там много чувств, много переживаний. Но все кончается плохо в конечном итоге. На самом деле, такое отношение к миру, естественное отношение к миру, у него есть, безусловно, огромная база в нашей жизни. Все, что мы видим вокруг, это действительно все трагично. Ну, то, что ты сегодня жив, это ерунда. Завтра ты сломал ногу, послезавтра ты сломал голову, получил инсульт, умер. Или умер родственник, или умер знакомый. Этот бросил жену, а этот бросил мужа. И вообще вся жизнь, на самом деле, там война, там убивают,
все на самом деле очень-очень плохо. Ничего позитивного, так сказать, окончательно, абсолютно позитивного мы в жизни не видим. И поэтому Тора, которая дает нам позитивный настрой и оптимизм, это тоже все время подчеркивает Рав Шельки, она идет в этом смысле против природы. То есть на самом деле, конечно, в природе можно найти все. Можно найти и оптимизм тоже. Но по большому счету очень сильная склонность у людей есть к трагедии, к восприятию мира как трагедии. И в этом смысле ни Древняя Греция, ни трагедии, они не умерли, они существуют до сегодняшнего дня. И поэтому отношение человека, трагическое отношение человека к миру, это вещь, которую очень непросто преодолеть. И поэтому очень часто человек попадает в тяжелую ситуацию, попадает в депрессию и воспринимает все трагично. Именно трагично, а не драматично. И тем более не комично. Потому что на самом деле юмор это было бы гораздо более позитивно, но, так сказать, возможно, именно на самом деле, мне так кажется, что именно Тора, еврейский подход к миру, он дал возможность выжить еврейскому народу. Потому что такая трагедия, как рассеяние, разрушение храма, вообще непонятно, как можно было после всего этого выжить. Это первое. А второе, второй пример, это состоит в том, что в нашей культуре, у меня такое ощущение, очень сильно укоренилось христианское представление о том, что человек не может сам себя спасти, о том, что человечество не может само себя спасти. Ну кто мы и что? Мы погрязли в грехах, мы-то ничего не стоим. Вот придет Спаситель и всех нас спасет. И это не ерунда. Посмотрите на всякую, так сказать, литературу, и тем более кино, и супермены, и батмены, и рыцари на белом коне. Вот он, наконец, появляется во главе войска, и вот, наконец, мы бежим и побеждаем. Без этого просто невозможно. Это очень существенно. Это лишает, на самом деле, человечества веры в собственные силы без Спасителя. Это проникло, в общем, и в иудаизм тоже, потому что вот это вот вера в Машеха, который придет и всех спасет, она тоже, я не думаю, что она, не то, что в ней совсем не есть место. Всему есть место, но это не должно идти в таком представлении, как надежда на какие-то высшие силы, на какие-то чудеса, на Спасителя, который всех спасет. И на самом деле мир, он идет и продвигается, конечно, и то, что сегодня уже, так сказать, у Рава Кука, например, Машех — это не герой на белом коне, а это период жизни, это весь еврейский народ, как бы. Поэтому это отношение на самом деле меняется. Мне еще хотелось, может быть, несколько слов сказать, но я не знаю, есть ли на это время. Давай спросим, есть ли, господа и дамы, а есть ли у кого-то вопросы? Я хотела буквально пару слов еще добавить, что, безусловно, это, как вообще может это измениться, ситуация, потому что мне кажется, что действительно культура сегодня, она... искусство, оно не вышло на такой уровень, чтобы реально быть моральным. Да? То есть в каждом месте может быть какой-то перескос, и как-то может на нас, возможно, неверно влиять. Но понятно, что продвижение, оно так же, как все продвижение в мире, в жизни людей, оно происходит постепенно. И с искусством тоже. И, кстати, об этом говорит Рав Фаерман и показывает, как современное искусство, оно постепенно меняется. И научается новым выразительным средствам, которые могут больше сказать о душе, о настоящем, о божественном. То, что я хотела сказать, об отношении, допустим, есть такие, я не говорю, что и как, Ромео и Джульетта, как это влияет, я не хочу красной шапочки, мне, может быть, есть много что по этому сказать, но, то есть, у меня есть предположение на эту тему, но я не хочу, поскольку времени нет. Но если есть что-то, что кто-то
или большинство оставит в стороне и скажет, это неприемлемо, неприемлемо для меня уже, неприемлемо для моих детей, то опять же есть различные подходы. Кто-то скажет, сжечь все эти книги и разрушить всех этих идолов, а кто-то скажет, послушайте, у нас в иудаизме есть такой подход. Идолы, в которых уже никто не верит, ими можно пользоваться. Возможно, так сказать, эти произведения мы поставим в музей, будем приходить на них и смотреть, вау, как люди иногда писали, о чем они писали. Я недавно мне пришлось столкнуться с такой книжкой, я не буду говорить, какая она. Я ее прочла, у меня там все время волосы дыбом вставали по поводу нее, но я ее прочла в качестве как бы раритета. Ладно, на этом я остановлюсь. Да. Твое выступление подошло к концу, правильно я понимаю? Да, я на этом okay. остановилась. Господа и дамы, да, лучше в конце спросить, хочется всех послушать. У меня тоже есть такое ощущение. Значит, смотрите, Илья, через одну секунду ты получишь возможность выступить. Пожалуйста, чтобы мы не пропустили. Во-первых, если у кого-то есть мысль, и он боится ее забыть, напишите в чате. Окей, чат просматривается, мы его видим. И второе, поднимайте руку, если вы хотите немедленно что-то такое спросить. Если это пока что не происходит, тогда мы переходим к следующему выступающему. Да, Илья, мы с тобой. Виден ли мой шерскрин, да, который виден, я сделал? Виден, слышен. Отлично, как? Отлично. Вот. Ну, честно говоря, я вначале не собирался реагировать на эту книгу, но Раваш Фаермана, но, значит... Так, подумав хорошо, я решил, что лучше все-таки отреагировать немножко. По крайней мере, книжку я, правда, не читал, вот, но некоторые идеи из нее тут много раз цитировались и так далее. Совершенно очевидно, что в искусстве как таковом есть большая опасность, соблазн, что искусство, в принципе, имеет огромный потенциал разрушения. Это очевидно любому человеку, который, во-первых, имел дело с искусством, понимает, искусство – это не малиновое варенье, не, там, не знаю, как бы не пончики. Ну, в общем, искусство – это некоторая опасная штука. Вот. И, то есть, в общем, нужно принять этот тезис, что вообще опасно читать книги. В принципе, и Тору, как тут правильно замечают, опасно читать, потому что мы можем такие выводы из нее сделать, что вообще... еще и почище, чем «Красная шапочка». Вот. Значит, я хотел бы попытаться рассмотреть все-таки вопрос по сути дела, откуда берется, во-первых, эта вся опасность, которая содержится в искусстве, можно ли эту опасность как-то, так сказать, в хорошую сторону обратить, есть ли разница между еврейским искусством и искусством других народов, и языческим искусством, и так далее, и так далее. И возможно ли какое-то еврейское искусство в современной ситуации, в Израиле, например. То есть вот такие вот вопросы. Я, конечно, поскольку вопросов много, очень лаконично постараюсь все это рассмотреть, поэтому я даже так небольшой тезис сделал, это совсем не то, что, о чем я собирался говорить. Итак, значит, я хотел бы начать с того, что вообще такое искусство, значит, совершенно... один из возможных ответов, который содержится... в частности, в самом начале Мидраш Раба, где дается Мидраш про сотворение мира и мудрость, которая говорит про себя, что я уман, значит, я художник или человек искусства, который помогает Богу творить мир. Ну, это как бы все общеизвестная вещь. Вот, и, соответственно, я хочу, так сказать, в этом есть некоторые позитивные смыслы искусства. Вот искусство такая замечательная штука, это помощь самого Всевышнему и так далее. Но есть и другая сторона дела. В частности, вот Миша Ихилевич, мне кажется, его сейчас все-таки нет, но, может быть, потом он посмотрит. Он очень любит эту аналогию, что вот художник, первый художник – это Бецалель Бен-Хур, строитель Мешкана. Но я хочу напомнить просто, как бы куда помещено, по крайней мере, в книге «Шмот» вся эта история строительства Мешкана. Она посвящена сразу же после создания Золотого Тельца. И существует множество комментариев, которые объясняют, что у человека, у народа Израиля в том числе, есть такое сильное стремление, чтобы Бог как-то воплощался в чем-то, чтобы он не был какой-то такой абстрактной идеей, вот просто такой Бог, который даже вроде ведет народ, но он не виден,
этого недостаточно, и поэтому народ Израиля сделал золотого тельца, и в ответ на этого золотого тельца как бы приходит Моше и начинает обучать законам строительства мешкана. И вот мешкан – это что такое? Это попытка воплощения Бога, божественного присутствия в нашем стане, да, в нашем обществе. То есть мешкан, храм – это и есть некая реализация тоже божественного. В этом смысле это некий аналог золотого тельца. Потому что золотой телец это как бы тоже вот где этот Бог, который нас тут вывел из Египта? Вот давайте вместо него сделаем золотого тельца. Нет, Моше предлагает другой вариант. Давайте сделаем мешкан, который будет воплощать. То есть это некий исправленный вариант золотого тельца в каком-то смысле. И получается, что строительство мешкана и храм и так далее, это есть некоторый исправленный вариант. Так сказать, идолопоклонство и так далее, и так далее. И, следовательно, можно так предположить, что искусство в плохом смысле – это то искусство, которое связано с золотым тельцом, а искусство в хорошем смысле – это то, что связано с мешканом. Но всем известно, что золотой телец, он как бы является повторением на социальном уровне того, что называется «хэта Адама решен», то есть грехопадение Адама. Соответственно, возникает, естественно, вопрос, а что же является, так сказать, на этом же уровне аналогом мешкана, то есть что значит, вместо этого дерева, которое поели значит, там, в райском саду Адам, Хава, значит, Эзда, Тофура, которое является некой силой, которая значит, является ну, грехом, что же является напротив нее, ее аналогом, ну, это тоже очевидно, вроде бы, как это Эцхаим, то есть дерево жизни. Вот, и, соответственно, Эцхаим, оно в еврейской традиции ассоциируется с Торой. Значит, получается, что Тора, она как бы является в некотором смысле не вообще просто какой-то абстрактной такой непонятной штукой, которую мы все, так сказать, изучаем, и за счет этого, так сказать, само по себе вдруг оказываемся в раю. А что Тора, она в некотором роде является некоторым аналогом, некоторым исправлением, может быть, вот этого самого дерева познания добра и зла, то есть греха. То есть Тора, она, как бы сказать, не просто что-то очень хорошее, она прямо связана с той же самой силой Ецера, той же самой силой соблазна, которая содержится в грехе, но она направляет это в какую-то другую хорошую сторону. Вот. И я в связи с этим хотел бы тоже, как и Миша Карик, по той же самой причине, потому что я все время думаю об одном и том же, то есть пытаюсь как-то продолжать разговаривать с Мишей Шнейдером, и я перечитал совершенно замечательную его статью, которую он написал 25 лет назад. Эта статья, собственно, является таким кратким комментарием Морена Бухим, который писалась одновременно, собственно, с переводом текста, и я всем очень рекомендую, надеюсь, мы ее куда-нибудь повесим, образ образования в человеке, согласно учению Маймонида. Значит, и в этой статье, значит, Миша, значит, очень ясно показывает, что Рамбам говорит, что образ целем, ведь целем это, значит, соответственно, что такое целем? Что такое тламим? Это идолы. Значит, и образ, как бы, это имеет то же самое по-русски, что такое образа, что такое образ. Это икона, это, значит, идол и тому подобное. Почему же, значит, что получается, что человек это идол Бога, или что это такое? И да, в этом есть некоторый очень глубокий смысл, что да, человек может оказаться чем-то вроде идола Бога, да, человек сам себя делает Богом, он немедленно превращается в этого самого идола. Но, значит, как бы, но в этой статье Миша как бы показывает, что Рамбам считает, что вот это свойство быть целым элоким, образом Бога, это говорит о некой субстанциальной форме, о природе, о сущности человека, что человек – это в сущности Бог. В человеке есть потенциал вот этого самого Бога. Но дальше вопрос, что делает человек с этой самой сущностью. Об этом рассказывает вторая глава. Во второй главе описывается вот эта самая история грехопадения. И, как говорит Миша, ну, я говорю, что это большая, большая тема тоже большого разговора, собственно говоря, что согласно
так сказать, рамбамовской концепции об интерпретации Миши Шнейдера, значит, Тора нам показывает не исторический ход дела, что вот был некий совершенный человек, образ Бога, а потом взял и сотворил, совершил грех. Это не работает с точки зрения текста совсем никак, текста Торы. А это два рассказа. Один рассказывает нам про этого совершенного человека, вторая история рассказывает нам про грехопадение. И вот, как утверждает Шнейдер, значит, у нас, что эти два рассказа, они идут в обратной последовательности. То есть это описание того пути, который мы все должны пройти. Мы как бы начинаем, человек начинает со второй главы, в каком смысле. То есть, может быть, в детстве он похож на того идеального человека, но, в принципе, наша жизнь – это вторая глава. Мы постоянно совершаем ошибки, совершаем какие-то нехорошие вещи, преступления, совершаем грехопадение. Но у нас есть возможность стать целым Элоким, пойти в обратную сторону, то есть раскрыть себе этот образ Бога, который в нас заключен. И делается это при помощи той же самой силы, которой у нас делается грех, то есть сила воображения, потому что сила воображения – то, что ведет нас, согласно Маймониду, к греху. И она же, эта же сила, она же и есть тот механизм, при помощи которого Тора нас ведет от греха, то есть к Богу, к этому самому целому Элоким. Вот, и таким образом получается, что, значит, что вот это вот обратное движение от грехопадения к совершенному человеку, оно осуществляется, да, при помощи Торы, но Тора без Ецера невозможно. Это совершенно понятно. Человек не может без Ецера, выполняя заповедь, пойдите, размножайтесь, ешьте, насыщайтесь и так далее. Вообще ничего невозможно без Ецера. Значит, и в этом смысле Тора как бы нам дает некую парадигму того, что должно быть. Но поскольку мы-то живем вот эта вот чистая модель, которая описывается в первых главах Торы, это только чистая модель. А в реальной практике мы как раз должны уже вернуться к истории с золотым тельцом. И, условно говоря, если считать, что золотой телец – это идолопоклонство, это язычество, то получается, что мешкан, святилище и, соответственно, наше служение Бецалеля Бен-Хура – это есть исправление язычества. Исправление язычества. То есть мы не должны просто бежать от этого язычества, потому что нам некуда бежать. Мы не можем спрятаться где-то в каком-то... То есть мы можем отчасти спрятаться в каком-то гетто и пытаться вообще ничего не делать по возможности. Идеальная конечная форма вот этого бегства – это монастырь, в котором мы как бы живем, выращиваем какие-то урожаи, не заводим семью, не стараемся вообще убежать от всех мирских благ и замкнуться в себе там, или еще в этом роде. Но это не есть тот путь, который предлагает иудаизм. Значит, следовательно, получается, что путь – это исправление язычества, исправление того, что заключено в, так сказать, в культуре, в народах мира и так далее, так далее. Вот, теперь я, поскольку думаю, что мое время тоже заканчивается, да, если можно, пожалуйста, плиз, подведи черту. У нас, я очень надеюсь, что это только первое заседание на эту тему. Да, 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 да. Я не сомневаюсь. Я постараюсь подвести черту. Да. Ну, в частности, я хотел... мой шерскрин требует, чтобы его опустить. Мне нужно открыть этот файл, который у меня есть, и его отпустить. И тогда вы увидите... Ага. Мы видим, как ты листаешь. Мы видим. Да. Говори своими отлично. Словами. Все, все, все отлично. Я вижу, что вы видите. Прекрасно. Значит, и, соответственно, теперь я хочу, на самом деле, то есть эта тема вот отношения первой, второй главы, я вот об этом все даже немножечко сказал, а сейчас я хочу немножечко отнестись к, значит, ну, к предыдущим ораторам, в том числе к Мише Караиванову, потому что эта тема про ангелов народов, она, мы давно тоже ее обсуждаем, и Бейт-Мидраш Леуми, Бейт-Мидраш Бен-Леуми и вообще. Значит, так вот, дело в том, что совершенно понятно получается, главный тезис, что изучение Торы и служение Всевышнему, выполнение заповеди – это вообще очень опасный путь, потому что на нем человека подстерегают огромное количество опасностей. И одна из этих опасностей – это действительно замкнуться, закрыться, и тогда ты будешь, в общем, если вообще ничего не делать, то тогда, скорее всего, по крайней мере, отрицательные заповеди ты точно никакие не нарушишь. Вот. Ну, а другой путь – это все-таки пытаться как-то
перерабатывать свои чувства и все, что ты делаешь, в сторону служения. И в этом смысле, мне кажется, что наша эпоха, наше время, я тут полностью солидарен с Мишей Караивановым, что ангелы народов – это один из главнейших вызовов и задач нашего служения, и в том числе именно служения в Израиле. И я хочу здесь привести пример, просто отозваться на то, что Нехама сейчас говорил только что про трагедию, и тут все говорили про трагедию, там «Красная шапочка» — это как раз комедия, но что трагедия — это такой вот воспитывающий неправильный пессимизм там, и так далее, так далее. Мне кажется, это, извините, просто полная чепуха, потому что трагедия, она воспитывает героическое самосознание. Она как бы, если брать настоящую трагедию, какую угодно, она воспитывает личность. Но почему же все-таки действительно Маниту, я, кстати, сам этого не читал, но было бы интересно посмотреть, говорит, что трагедия – это языческий жанр. Вот. И у меня есть источник, потому что я уверен, что Маниту прямо или косвенно опирается здесь на эстетику Германа Когена, который он в большой степени через Гордина двигался, а также, может быть, на концепцию трагедии Розенцвайга. Действительно, Розенцвайг говорит, что трагедия, миф, и он называет это пластический космос, это языческое понимание мира. И почему же это языческое понимание мира? Вовсе не потому, что мы почитаем трагедию, и пессимизм у нас выработается. Это, конечно, не соответствует реальности. А все это дело в том, что трагедия, она в какой-то степени показывает нам человека и путь человека как некую замкнутую, закрытую реальность. И точно так же она Бога показывает, то есть миф. Значит, соответственно, Розенцвайг говорит, что миф – это не тем плох миф, что он нам рассказывает про Бога, что у него там множество богов и так далее. То, что он закрывает, он делает Бога закрытой сущностью. То же самое физика, современная физика, то есть это называют пластический космос, она представляет Вселенную как нечто замкнутое, закрытое, к которому мы вообще не имеем никакого отношения. Можем это использовать или бежать от этого, но мы не имеем к этому отношения. Иными словами, языческая культура, она показывает нам мир и Бога, и человека некоторой закрытой реальностью, а значит, Тора, она показывает мир как открытую реальность, и человека как открытую реальность, который может действовать, который может принимать решения, подает свободу и волю и так далее, и так далее. И в этом смысле я считаю, что да, конечно, нужно читать трагедии, значит, и правда, иногда бывают ошибки. Вот я со своими дочками начал читать «Короля Лира», но был очень тяжелый эффект, как я понял, потом это они слишком маленькие были, они восприняли эту страшную историю, когда дочери предают своего отца слишком буквально. Вот, я надеюсь, что постарше, когда они будут, они смогут понять эту историю более глубоко. Но мне кажется, что задача создания еврейского искусства в Израиле, именно она является супер необходимой и супер актуальной, потому что у нас есть куда двигаться. Ну вот, спасибо за внимание. Окей, Илья, огромное спасибо. Пожалуйста, сделай стоп-шер. Значит, да. Злата Зарецкая очень просит выступить. Мы, конечно, дадим слово. Я только одно слово хотел сказать. На самом деле, конечно, я не подразумевала впрямую, что я вот посмотрю трагедию, и у меня весь мир, так сказать, будет восприниматься трагично. На самом деле, я имела в виду как раз то, что ты говоришь, но хотела как бы это упростить, как водится. Окей. Злата, пожалуйста, мы вас слушаем. Единственное пожелание... Меня слышно? Да, слышно. Замечательно. Одно слово. Поскольку мы выходим за рамки временные, и народ скоро начнет разбегаться, а мы этого не хотим, а хотим, чтобы высказались все, кто заявили о своем желании. Пожалуйста, поскольку вы не были в списке заявивших о своем желании выступать, пожалуйста, не больше 5-7 минут. Я очень прошу. Спасибо. Окей. Книга Файермана очень поверхностна. Она подходит к искусству с точки зрения того, что лежит в сюжете, в словах. Между тем, если мы будем подходить так и к Торе, с точки зрения сюжета и моральной ценности, то
то можно найти очень много того, что вызовет вопросы. Например, Авраам, который предложил Сару Элимелеху, чтобы спасти свою жизнь. Давид, женившийся на Батшеве, отправив его, ее мужа Урию на смерть. Кроме того, в его книге присутствует призыв к уничтожению аморальной произведения искусства с его точки зрения. И тогда чем отличается иудаизм и его, как он говорит, образцы, его мораль от морали ИГИЛа, который первым делом уничтожал на своем территориях произведения искусства. Я уже не говорю про костры с книгу Гитлера. Я согласна с Равом Файерманом, что пришло время расчистить авгиевы конюшни в современном израильском искусстве. Я согласна с ним. Есть очень много того, что вызывает просто противостояние. Например, не только тот спектакль, который он приводит в Хайфском театре по пьесе бывшего террориста. Подобные спектакли возникли в театре Гешер, Родефа Фифоним, в то время, когда горели поля, был поставлен спектакль, оправдывающий страдания арабов, которые гоняются за бумажными змеями. Горели поля, вы знаете, именно из-за этого. Аналогичный спектакль был в театре Камере «Квод Авуд», «Потерянная честь», оправдывавший самых больших арабских интеллектуалов Америки, ставших спонсорами террористических организаций. И тем не менее, у нас есть замечательные работы, у нас есть Дибук, Мишпат Дрейфус, Шоша в театре Гешер, у нас есть «Маленький человек, что дальше» в театре Камери. И самое главное, что мне хотелось сказать по поводу книги Файермана. Искусство отличается интерпретациями, а не сюжетом. Замечательная пьеса Шекспира отнюдь не антисемитская. Все зависит от того, кто ее ставил и как представлял. В 1913 году Макс Рейнхардт с Александром Гранахом поставил потрясающую венецианского купца в Берлине, доказав, что в душе еврея кроются ценности, неоцененные еще в мире. В то же время, в 1933-м, уже когда Гитлер был у власти, в Ганновере был поставлен тот же венецианский купец, как карикатура антисемитская, открыта на евреев. В 1994 году в Камере Омри Ницан поставил с Йоси Грабером того же венецианского купца, который для нас, приехавших в страну, был открытием, ибо Йоси Грабер создавал образ человека, отстаивавшего, требовавшего не сатисфакции, не сердца Антонио, а требовавшего защиты своего национального человеческого достоинства. Точка зрения определяет ценность произведения искусства. И с этой позиции имею право сказать, что моя книга «Феномен израильского театра» – доказательство того, что у нас есть культурные сокровища, которые оформились в Израиле, но после очень длительного периода развития. Все. Окей, замечательно. Злата, потрясающее выступление. Правда, правда, очень интересно. Очень интересная мысль о интерпретации. У нас есть две поднятые руки. Матан и Григорий. Моя нижайшая просьба. Пожалуйста, пожалуйста, коротко выразить тезис, вопрос, чтобы успели выступить два заявленных выступающих. Пинхас, пожалуйста, подготовиться. Матан, мы тебя слушаем.
Добрый вечер всем. Я постараюсь быть кратким. Как говорится, как в анекдоте, я книгу не читал, но осуждаю. Мне особо понравилось заключение по поводу того, что Ромео и Джульетта – это самоубийцы. Ну, после этого, как комментарий излишний, лично для меня. У меня второй вопрос короткий, стесняюсь спросить. А насколько компетентных в вопросе искусства, литературы, тем более конкретно, Раф Файерман? Где он учился и кто может мне примерно сказать, что он закончил? Насколько он... где его Итмахут и его специализация? И третий маленький вопрос. Совершенно... ответ, смотри, поскольку господин... Я сейчас закончу буквально два слова. Вы совершенно не касаетесь вопросов музыки. Такое ощущение, что искусство состоит только из изобразительного искусства и литературы. Я понимаю, что, наверное, здесь музыкантов нет, кроме меня, и тем более искусствоведов, музыковедов, поэтому это первая проблема. Вторая, что это сложнее использовать, потому что это не наглядно, это не изобразительное искусство. Хотя это очень легко опровергает всю теорию, если она есть вообще, Рава Файермана. У меня все. Смотри, я только частично отвечу. Два слова. По поводу музыки есть статья Рава Шельки, которая утверждает, что есть вредная музыка, которая плохо влияет на человеческую душу. Раф Шельки, он специалист музыки. Ребят, мы не будем диспут на этом уровне между участниками. Я просто хочу... Я не диспутирую, я спросил Раф Шельки. Ну, послушай, мы не будем, не знаю, понятно, что нет, но он раввин, но не музыковед. Он выстраивает некоторую модель, но не обсуждает сейчас с Нехамом. Извини, что я задаю неудобные вопросы, тогда я промолчу. Ну, при чем тут неудобные вопросы? Ну, послушай, ответ... Потому что Раф Файерман тоже не литературовед. Он совершенно не Копенгаген. Про Рава Файермана я тебе отвечаю. Раф Файерман, он, да, искусствовед. Это известно. Секунду, давайте все-таки. А что он закончил? Можно узнать. У меня конкретный вопрос был. Где он учился? Он закончил Кишиневский институт искусств. Его биография кратко можно посмотреть в чате. Есть ссылка. Институт искусств Кишиневский. Спасибо. Окей, все. Я только хочу добавить, сказать, может, надо было сказать это раньше. Нужно добавить, Эвен, что он учился потом в Тель-Авивском университете Файермана искусства. То есть как раз по поводу искусства Файермана, он, уж если кого-то хотеть, искусствоведа, так он как раз специалист. Поэтому то, что мы с ним спорим, это вопрос не того, что он не образован в искусстве, а что у нас разные позиции. Вообще нападать, что кто ты такой, где твой диплом, это, мне кажется, вообще не подход. Пинхас, это не подход таким образом отвечать мне, потому что я ни на кого не нападаю. Я спросил совершенно легитимный вопрос. Он учился на факультете искусств Тель-Авивского университета. Спасибо большое. Я хочу только сказать, что я переписывался с господином Равином Файерманом. Я приглашал его участвовать. Я не знаю, вы можете спросить у него сами по непонятному. То есть я не получил однозначного ответа, но в принципе согласился с тому, что он не хочет, не желает, не хочет, не может участвовать в дискуссии. И была отсылка к его урокам. Я еще раз подчеркиваю, что основная цель нашей конференции – это общее обсуждение. Мы считаем это основным инструментом для нашего продвижения вперед. Если люди не согласны с этой концепцией, тогда, по-видимому, трудно действительно провести какой-то диалог. Окей, давайте сделаем... Да, Григорий, пожалуйста, мы тебя слушаем. Спасибо. Я постараюсь очень коротко. Мне кажется, что как раз книга Рава Файермана, я ее читал, это очень хороший пример того, что мы все воспринимаем любое произведение по-разному. И отсюда второй момент. Мы сегодня говорим об искусстве с точки зрения авторов. А есть ведь еще воспринимающая сторона. И мы очень редко какое-нибудь произведение воспринимаем напрямую. До этого нам уже про него много чего рассказывают. А тезис, точнее, такой вопрос, такой у меня.
А не может ли быть, что специфическое еврейское искусство, специфичность, еврейскость, заключается в том, как воспринимать, а не в том, что писать? Вот если в двух словах. Окей, хорошо. Вопрос задан. Давайте сделаем так. Мы сейчас послушаем Пинхаса. Пожалуйста, Миша Голосовский, приготовься к выступлению после Пинхаса. Пинхас, мы тебя слушаем. Да. Окей. Значит, мне кажется, что все-таки мы немножко ушли от самой исходной позиции. Зачем вообще нужно искусство, если оно может помешать? Собственно, позиция, которую Рафаэльман выдвигает, это что искусство может нам помешать быть хорошими людьми. Это и есть самое главное. Но вопрос ведь, в чем состоит цель человека? Как мы много раз говорили, что первое описание Бога в Торе – то, что он создал небо и землю. Бог – творец. В этом смысле, если человек творит, то этим он и приближается к Богу. Само творчество является самым важнейшим способом приближения к Богу. Рав Кук даже говорит, что не может прийти Машиах, пока творчество не раскроет все аспекты духа человека. То есть само творчество и сам творческий процесс и искусство – это и есть самое главное, один из самых главных параметров, который приближает нас к цели мироздания. Поэтому выступать против искусства – главная проблема вообще такого подхода, что наша задача, с точки зрения Рава Фаерманна, быть в некоторых четких рамках. Тогда можно задать вопрос, а если всех поместить в тюрьму, там все будут есть кошерную еду, жить в семейных камерах и с утра до вечера изучать Тору. И будут хорошими людьми. Только ничего не будут иметь возможность сделать. Это хорошо или нет? Вот очень часто кажется, что у некоторых иудаизм идеал вот такой. Сидеть в тюрьме и, в общем, быть хорошим человеком в ней. В то время, если цель – это изменение мира, то она невозможна без того, чтобы быть связанным с этим миром. Искусство – это самая важнейшая вещь. Поэтому есть два параметра искусства. Во-первых, самое сущностное, что это и есть, что творчество – это и есть приближение к Богу. И второе, может быть, более несколько прагматичное, но тоже сущностное, не очень прагматичное. То, что без искусства невозможно вообще понимать мир и его изменять, оно вообще снимает все вопросы, которые поставил Рувен Файерман. Поэтому эти вопросы, по-моему, можно просто отложить в сторону, сказав, что без искусства вообще ничего невозможно продвигаться. Поэтому противопоставление совершенно бессмысленно. А дальше уже можно обсуждать, как действительно нужно искусство воспринимать и что делать. И дальше уже весь большое обсуждение. Но изначальная позиция Файермана, по-моему, требует перечеркивания, если хочешь такое резкое слово, именно с тем, что он хочет перечеркнуть самую важнейшую часть человеческого существования, без которого все теряет смысл. И вот это, мне кажется, самое главное и важное. У меня такое впечатление, что ты не читал этой книги. Он не перечеркивает, он просто какую-то часть считает моральным. Это вопрос другой, прав он или нет. Но нигде не говорит, что все искусство. Хама, что вообще люди не читали эту книгу. Да-да-да, ответ совершенно не по книге. А люди книгу не читали. Окей. Мы сказали, что книга – это триггер, поэтому обвинение в том, что человек высказал что-то не по книге, оно не очень правильное. Это обсуждение очень легковесное. Можно ответить? Можно? Да. Ответ, что искусство – это вещь неразрывная во всех своих аспектах. Нельзя сказать, что если начинаешь искусство процеживать, то ты просто потеряешь искусство. И поэтому смысл потеряется. Другой вопрос, что если бы у нас была задача, что, может быть, некоторые произведения искусства действительно можно обсудить отдельно, но общий принцип, что искусство – вещь совершенно неразрывная. И перечеркнуть то как бы неправильное искусство совершенно невозможно без тем, что этим же перечеркнешь и правильное. Вот этот тезис совершенно неочевидный. Очевидно, что есть абсолютно аморальное искусство. И это уже некоторые люди здесь говорили. Секунда. Те, кто хотят задавать вопрос, поднимайте руки, потому что иначе это невозможно. Да? Я согласен, что есть совершенно ужасные произведения искусства, и согласен, но это не то же самое, что перечеркнуть искусство цензурирующим вот таким образом, начиная перечеркивать его
как бы, так сказать, базовые вещи типа Ромео и Джульетты. А именно с этого Файерман начинает. Если бы Файерман сказал, что есть пьесы, воспевающие террористов, и вот это давайте уберем, то это не было вообще вопроса. Книга это вообще не делала бы ни смысла, ни остроты. А вся остроту она имеет, именно выступая против Ромео и Джульетты, а вовсе не пьесы Хайфского театра, оправдывающего террористов. Окей. У меня вопрос. У меня вопрос. Вопрос такой. Вот как ты можешь ответить на то, что мы в очередной раз видим, что религиозное сообщество наступает на те же самые грабли, является, показывает себя гораздо менее или вообще нет толерантным, либеральным по отношению к Хевратклаль, к общему секулярному сообществу. Секулярное сообщество может позволить себе очень многое и очень редко что-либо запрещает. При этом не боится, что, прочитав «Красную шапочку», человек кого-то сожрет и скажет: «Я вот прочитал вашу книжку, и поэтому я это сделал». Но почему именно в религиозном сообществе начинается то, что привело к эскале, привело к уходу такого количества евреев? Вопрос. Ответ. Мне кажется, мы немножко отстали от жизни. Либеральное сообщество на Западе цензурирует литературу еще гораздо хуже, чем религиозное сообщество. И оно совершенно не просто нерелигиозное, оно обладает огромной силой за Западом. Оно цензурирует гораздо жестче какие-то советы. Окей. Так, секундочку, я Пинкаса, по-моему, выключил. Так, дико извиняюсь. Секунду, Пинкас, ты где? Да. Я хотел сказать, что современное либеральное нерелигиозное сообщество на Западе начало цензурировать литературу гораздо резче, чем какие-то религиозные. Оно уже и Библию цензурирует, и «Хижину дяди Тома» цензурирует, что это не те самые «Унесенные ветром», что там, видите ли, не так черные и белые представлены на американском юге. То есть цензура леволиберальная и нерелигиозная сегодня в мире в 100 раз страшнее, чем цензура религиозная. Окей, вопрос снят. Тогда можно сказать, что Рав Файерман вполне находится в духе времени. То замечательно. Окей. Это можно ему и написать. Окей, хорошо. Шифра мы слушаем, но только, пожалуйста, коротко, мы хотим дать возможность Мише Голосовскому выступить. Совершенно очень короткий вопрос ко всем лекторам, может быть, особенно к Пинхасу. А зачем так нужно искусство? Зачем оно нужно? Спасибо. Пинхас, ты ответишь? Искусство нужно для того, чтобы, первое, реализовать свой божественный потенциал, поскольку божественный потенциал реализуется через творчество. Искусство – это один из сильнейших параметров творчества. И искусство учит нас творчеству, тем самым, соприкасаясь с миром искусства, мы соприкасаемся с творчеством, мы сами тоже хотим творить. Это сильнейший импульс. И это важнейшая вещь для реализации божественного потенциала. Второе – без искусства мы не будем по-настоящему связаны с миром, и тем самым не сможем на мир повлиять, мир поднять и мир продвинуть. А это и есть главная миссия, ради которой человек сделан. И еще для национальной идентичности. Окей, ответ отбит. Замечательно. Андрей хотел спросить. Андрей, мы тебя слушаем. Ты отчаялся и снял руку. Мы тебя слушаем. Я не спросить, я пару слов хотел сказать. Как уже говорили, сам сюжет Торы, можно сделать из него неправильные, совершенно деструктивные моральные выводы. Почему же изучающие Торы в рамках традиции этого не делают? Они изучают ее с раввином, который говорит, какие моральные выводы нужно из нее сделать. А как бы многие, говорившие здесь, они могут получать наслаждение от произведения искусства, при этом они, опять же, у них все нормально с моралью. Да, я вижу людей в кипах и так далее. Рав Файерман же поднял вопрос о деструктивном влиянии искусства на широкие массы народов мира, у которых такого комментатора, то есть раввина, нет. И в этом вся проблема. Это то, о чем говорил как раз Илья Дворкин. Когда народ делает золотого тельца, когда ушел Муше. То есть в этом вся проблема, что народам нужен еврейский народ, который бы им сказал, как это все дело понимать, как это все дело комментировать. То есть нужна не цензура, а нужен комментатор, то есть раввин. Окей, представитель еврейского народа Илья Дворкин,
Ира Копилевич, Петя Полонский, кто-то Пинхас Полонский, Шлома Куликов. Кто-то хочет ответить? Ну, хорошо, еврейский народ принял. Что еще раз хочу только подчеркнуть, что уже сказано было несколько раз. Я думаю, нам нужно искусство для того, чтобы расти, для того, чтобы выбирать, для того, чтобы откидывать, для того, чтобы учиться, для того, чтобы действительно, если надо, если хочется, если помогает советоваться с более сильными, с более умными, для этого есть беседы, для этого можно выбрать это в форме раввина, можно выбрать это в форме диалога. «Оселеха рав», «сделай себе раввина», это подразумевает массу разных возможностей, разных вариантов общения с человеком, который, от которого мы хотим услышать, с которым мы хотим обсудить, и от которого... но ставить как бы главной целью, что в иудаизме говорят, как понимать правильно, это, в общем-то, перечеркнуть весь Талмуд, потому что весь Талмуд построен на спорах, он построен на том, как это понимать, и лишать нас этого права, и выбирать нам вот эти куски Талмуда, смотрите, эти не смотрите, вот сюда, это, в общем-то, лишать вот это вот еврейство, этого главного мускула, искать, ошибаться, расти и спорить. И с искусством также, и на самом деле в иудаизме мы также выбираем, и также спорим, и что-то откидываем, и проходим стадии в эволюции, И это очень важно, и очень важный вот такой вот момент. Окей. Okay. Если можно, я тоже хочу отреагировать, раз уж тем более на меня ссылались. Значит, я, конечно, уверен, что... Простите, как зовут? Андрей? Андрей Альбин. А? Тот, кто задавал последний вопрос, был Андрей Альбин. Okay. Значит, не имел в виду, что нужно, чтобы какой-то раввин сказал, как мы должны понимать трудный текст. Это так было сказано, но я думаю, что мысль была немножечко в другом, о том, что действительно нужно некоторое для того, чтобы в том числе понимать искусство, нужно какое-то духовное руководство, какая-то школа, какая-то культура, собственно говоря, потому что на самом деле дело даже не только в том, как правильно понимать, а вообще, чтобы понимать, чтобы до него понимать, действительно необходимы какие-то ориентиры, и из этого рождается другой вопрос, который, мне кажется, очень остро встает именно в связи с этой книжкой, в том числе о том, есть ли у нас такое руководство, то есть есть ли у нас такой духовный авторитет или такая школа, такие учителя, которые помогли бы нам прочитать даже Тору, адекватно для современного мира. Я, сказать, боюсь, что меня сейчас закидают шляпами, что я скажу, что с этим есть большая проблема. Но я уж не говорю про все остальное, как бы восприятие искусства, культуры, вообще современного мира и так далее. У нас есть огромный дефицит в этом плане, в плане духовного руководства, в плане, так сказать, духовной культуры, то есть культуры восприятия, реальности и так далее, так далее. Просто я должен признать вслух, что в этом огромная проблема. Маше ушел за своей, может быть, за своими скрижалями, а мы-то похожи скорее на тех, которых нету этого духовного руководства, и поэтому очень легко делаем золотых тельцов. Окей. Чита Китровских, мне кажется, что я видел поднятую руку. Очень быстро скажите, это моя ошибка, либо вы кто-то из вас что-то хотел сказать? Нет, я хотела действительно сказать, Чита совершенно даже не тут, а только я. Я хотела сказать, что, во-первых, ответить на вопрос, зачем нужно искусство. Мне кажется, что то, что отвечалось уже, то есть это вообще ответ на этот вопрос достаточно очевиден, но не прозвучал все-таки еще один момент, что это, кроме того, что это творчество и подражание Всевышнему, так сказать, имитация Всевышнего, это еще и способ познания мира, без которого... Это познание совершенно не полно, а познание мира, безусловно... Ира говорила. Говорю, ну хорошо. Вот, кроме того, я хотела сказать, что вот вся проблематика, которая обсуждалась вначале, что Анна Каренина может нас научить нехорошим вещам, что можно быть прелюбодеем там, и так далее, мне кажется, это совершенно смешно, потому что человек все-таки воспринимает искусство, оно ложится на его какие-то ценности. Уберите смех. На его, как, собственно, понимание. Искусство – это скорее форма, а человек осмысливает ее в соответствии с тем, что он получил из своего воспитания, в частности, и из искусства тоже, но от того, что...
чувства добрые будут пробуждены даже по отношению к прелюбодейкам, он станет лучше, а не хуже. И я думаю, что чувство доброе Лили пробуждал, это одна из целей искусства, и даже не только прелюбодеющие, хуже всякие. Тем не менее, конечно, мы сталкиваемся все-таки с моментом, что если успевается жестокость, фашизм и так далее, мы уже не можем воспринимать это искусство. Но хорошо, так мы его не будем воспринимать, есть какие-то границы. Окей. Реакцию Лёва мы слышали, был смех, был иронический смех на фоне. Так, хорошо. Можно мне? Нет, сейчас, секундочку, я дико извиняюсь, мы должны выслушать Мишу Голосовского, а потом, если останется время, мы еще продолжим обсуждение. Дико извиняюсь. Миш, мы тебя слушаем. Миша? Да. Да, окей. Смотрите, я эту книгу сегодня прочитал. Молодец. И, к своему удивлению, я обнаружил, что она, так сказать, я подписался, грубо говоря, под каждым словом. Она, так сказать, наконец-то. Так, ну хорошо, да. Она как бы выражает все то, что вот у меня давно накопилось. Но я прочитал только сегодня. Поэтому, так сказать, у меня как бы есть точка зрения на эту книгу, но я с ней не согласен. Поэтому я буду выражать свои чувства, а логически защищать их не буду. Значит, вот что, как бы, я понимаю про искусство. Есть искусство, которое к морали не имеет отношения. Вот как Натан говорил, музыка, там, картины абстрактные, пейзажи, они, так сказать, непосредственно затрагивают душу. И какие именно они струны затрагивают, и почему хочется думать о чем-то высоком и божественном, это непонятно. Кстати, Фейерман про это не пишет. Так сказать, это как бы один вопрос. А он пишет про искусство, которое каким-то образом связано с моралью. И вот тут, так сказать, все его примеры, они все в точку. То есть, чем больше мы смотрим на произведение искусства, тем у нас больше возникают проблемы с моралью. И ведь, смотрите, чем более хорошее искусство, тем более оно сильно действует. И если там, так сказать, что-то не так, и плохо, и аморально, так и на читателя это будет действовать. И... Но вот тут я хочу к этому Фейерману добавить кое-что. Вот смотрите, давайте такой возьмем пример. Александр Грин. Все помнят его книги, правильно? Там «Алые паруса». Все читали? Наверное, да? И когда все читали, на этом воспитывались. Замечательная книга. И вот герои, мы, так сказать, смотрим, делают жизнь из кого. Вот капитан Артур Грей. И другие рассказы Грина, они тоже нас учат морали. А при этом у Грина есть вот роман «Дорога никуда». Герой этой книги – это, собственно, холодный убийца. А для Грина это совершенно положительный персонаж. И что получается? Мы как бы учим мораль по героям Грина, а у него есть и такие, и другие. И вот тут получается, что читатель фильтрует. Вот Григорий, по-моему, про это говорил, так сказать. Произведение может быть аморальное, а читатели каким-то образом это фильтруют. То есть «Алые паруса» все знают, а «Дорогу никуда», по-моему, никто не читал. Другой пример, вот, который... Думаю, коллега читал. Ну да. «Три мушкетера». Ну, все мальчики читали, так сказать, «Д'Артаньян», пример для подражания. Ну, прошу прощения для дам, кого это не сильно затрагивает, мальчиков как-то больше. Я эту книгу очень люблю, читал много раз. И, так сказать, вот все поступки Д'Артаньяна, как бы, вот такая доблесть, такой ум, такая изворотливость, это вот пример для мальчика в дальнейшем юноши. А когда читаешь внимательно, там же есть совершенно, так сказать, аморальная линия, как Д'Артаньян обольщает Миледи, представляясь графом де Вардом, как он по ходу дела обольщает служанку. И видно, что для Дюма это еще один подвиг Д'Артаньяна. А что получилось? Значит, было масса экранизации «Трех мушкетеров». Вот эта линия не вошла ни в одну экранизацию. То есть каким-то образом, так сказать, надо отдать должное режиссерам, они отфильтровали. Все, что кажется аморальным, выкинули. А все, что, так сказать, соответствует стандартам морали, оставили. И вот как так получается, что откуда берется эта мораль у читателя?
Вот это непонятно. Вот мне всегда казалось, что вот, это, вот этот общий уровень морали, он как-то религии задается. Но вот то, что Файнман пишет, что так сказать, религия все меньше и меньше, и общий уровень морали начинает задаваться искусством и деградирует. И таки плохо. И тут ничего не попишешь, так сказать. Мы скажем, читатель сам отфильтрует. Но не, так сказать, если общий фон понижается, то не отфильтрует. А другой момент, у него вот какой. У него полкниги описано так, что как безнравственный человек может написать гениальное произведение. И вот тут это как бы нам стало понятно с интернетом. Так сказать, мы можем почитать биографию любого писателя, художника и так далее. И чем больше читаешь, тем больше ужасаешься. Какие-то извращенцы, психопаты, неврастенники в большинстве своем. Да кого не возьми, там нормального человека толком нету. Вот из всех поэтов, там, не знаю, поэт Серебряного века, не знаю, Цветаев, Есенин, Маяковский, посмотришь их биографию, посмотреть не хочется. Один Заболоцкий положительный. Но у него и уровень стихов еще тот. Так сказать. А вот как так получается, что вот такие безнравственные люди могут написать замечательное произведение? Вот Файнман говорит, что они, наверное, от своей безнравственности что-то добавляют. А вот похоже, что не так. Это вот Пушкин же еще вот разговор поэта с книгопродавцем писал. То в жизни поэт может быть, так сказать, самым презренным человеком. А вот когда он пишет, он как пророк. На него находит, и то, что он пишет, не имеет отношения. Пока не требует поэта священной жертвы Аполлона. Ну, что-то в этом роде. И вот похоже, что был прав Пушкин на собственном опыте. Человек был еще тот, совершенно не пример для подражания. А творчество моральное. Вот как так может быть, я не очень понимаю. У Файнмана этого нет. А вот нам стоило про это подумать. То есть у него как бы говорит так, выкиньте все искусство, а так сказать, берите все из мудрецов Рава Кука. Но вот тут уже не очень получается, потому что искусство это, грубо говоря, как наглядная агитация религии. Я немножко упрощаю, так сказать, но в общем берет сильнее, быстрее и убедительнее. То есть должно быть искусство. Но вот на чем оно должно быть замешано, это вопрос. То есть религия тут должна быть. Все, спасибо. Ну, если мы возьмем качество литературы, псалмы и Танах, тоже ничего хорошего не получится. Ну хорошо, ушли. Окей. Можно? Дадим, мы тебя слушаем. Буквально несколько слов хочу сказать. Как бы спор-то очень старый, еще в свое время спор между Платоном и Аристотелем. Платон, как известно, поэтов считал людьми лишними в обществе, а Аристотель брал их в каком-то смысле под свою защиту. Прежде всего, я хочу просто напомнить о том, что все-таки, то есть как бы отчасти, может быть, это в нас как бы встроено вследствие того, что мы жили в России, в Советском Союзе, это как-то очень сильно влияло. Вот это ощущение того, что искусство вообще и литература в частности должна обязательно чему-то учить, исполнять вот такую учительную функцию. Это сам по себе вопрос спорный, но во всяком случае очевидно совершенно, что если говорить о связях между искусством и моралью, то понятно, что какие-то вещи меняются со временем. То, что Миша говорил, там, скажем, о Дюма, да, со временем и в зависимости от общества. Рамбом тоже в свое время когда-то писал о вот этой некоторой относительности и изменчивости понятий добра и зла. То, что сегодня нам кажется абсолютно неприемлемым, когда-то кому-то в каком-то другом обществе таким не казалось. Значит, в какой степени это аннулирует ценность созданного произведения искусства, это, опять же, вопрос очень спорный, но во многом еще и накладывается здесь
возможность интерпретации. То, что мы делаем на самом деле с еврейскими текстами, мы их интерпретируем из поколения в поколение и накладываем, как бы в эту интерпретацию входит наше представление о добре и зле, наше представление о морали. И они как бы изменяют в наших глазах звучание того произведения искусства, с которым мы имеем дело. Вот. И еще я просто хотел бы заметить, значит, по поводу извращенцев и прочее. Я сейчас не буду вдаваться в вопрос, насколько это преувеличено или нет, но все же мы должны помнить о том, что создатели искусства – это живые люди. Да? Значит, не следует ожидать исходно того, что если создается некое гениальное произведение искусства, оно обязательно должно быть создано ангелом. Значит, Пушкин здесь правильно цитировался. Действительно, в тот момент, когда создается такое произведение искусства, видимо, в душе, в жизни человека, который его создает, происходит некоторая метаморфоза, которая в этот момент, по крайней мере, превращает его в личность, отличающуюся от той, которой он живет обычной своей, так сказать, как бы бытовой жизнью. Все. Окей. Шифра, я вижу вашу руку. Давайте сделаем такую штуку. На правах, на наглом праве, да, что я как бы был в роли ведущего. Вот я хочу позволить себе буквально с вашего разрешения 3-4 минуты сказать то, что я думаю. Потом будут оставшиеся вопросы, на этом мы подведем черту. Я хотел сказать такую штуку. Мне кажется, эта мысль не очень звучала. Значит, я по юности прожил, вообще говоря, вырос в студии брата-художника. Значит, то, что я сейчас буду говорить, на самом деле, это как бы воспоминания моей молодости и, может быть, самое сильное то, что у меня как бы осталось от Питера, от молодости. Значит, у меня такое ощущение, я сегодня себя проверял с прошлым, мне кажется, что оно справедливо осталось на сегодня. Значит, вот мой подход, он такой. Значит, я уверен, и я думаю, что каждый из вас уверен, что человек – чрезвычайно сложное существо. Как бы банально это ни звучало. Вы можете говорить с двумя юдами, с тремя юдами. И Пинхас говорил про как бы парадигму с творцом. Все совершенно правильно. Но как бы аксиома, она такая – человек очень сложный. И чем он более развитый, интеллигентный, культурный, называйте как угодно, он сложный. В моих глазах художник, творец – это человек, которым странным образом мы не можем это понять. Точно так же, как мы не можем понять, как знакомый нам до боли, да, Бильам, который был хуже своей ослицы, но тем не менее он увидел нечто такое, что он сказал, из него это вырвалось. Каким образом эти божественные искры попадают в людей, которые задают потом вопрос, которые дают возможность задать вопрос Сальери. Вот я такой правильный. Вот мне кажется, Раф Фейерман, да, я дико извиняюсь, у меня такое впечатление, что я читал его книгу, я прочитал, да, что у него тоже такой крик души. Вот я настоящий, правильный. Вот я там был, я вам объясню, что там плохо. Вот я в шляпе, с бородой. Я все знаю. А почему красную шапочку читают, а меня нет? А почему она классика, а я нет? Я понимаю этот крик души. Так вот я хочу сказать, что художники-творцы это люди, которым непонятным образом они зеркала. Они каким-то образом могут нам показать отражение состояния человеческих состояний. Когда мы общаемся с людьми, мы общаемся зачастую с масками. Мы не понимаем, что происходит в них внутри. Вот художники, творцы, они дают нам возможность заглянуть в эту внутреннюю лабораторию. Поэтому, если мы хотим общаться и создавать, продвигать этот мир живыми, сложными людьми, мы обязаны подсматривать в щелку. Вот эта щелка – это искусство. Вот это все, это мой подход. Теперь дальше. Очень простой ответ. Почему зачастую художники-творцы сгорают? Они сгорают так же, как сгорел Бильам. Совершенно очевидно, что когда человек ходит по пропасти, находится около вулкана, назовите как угодно – он может сгореть. Я им сочувствую. Опять, почему это так происходит, это вопрос не к нам. Это вопрос к тому, кто нас так создал. Все, это то, что я хотел сказать. Окей. Андрей, прекрасно. Замечательно. Это был крик. Я так не зеркало, а увеличительное стекло. Да.
назови как угодно, Сабаба, Седер. Злата, мы на самом деле, я поставил все рамки 2 часа. Мы вышли за 2 часа, народ сейчас будет разбегаться. И он начинает разбегаться, поэтому примите во внимание. Пожалуйста, Эмиль, все, что я сказал, пожалуйста, очень коротко, мы вас слушаем. Я одно слово вообще хочу сказать только, на самом деле, да, ну так, да. Это широкое слово. Я попробую определить, просто вопрос-то очень сложный, вот, и вообще, кто им должен заниматься, и как им нужно заниматься, я имею в виду книгу, и вообще соотношение иудаизма и культуры в целом, и искусства, вот, это очень сложно, я даже не буду сейчас рассказывать, почему и как, и что. Я просто попробую определить самую главную точку, центр, да, вот этих проблем, которых, значит, касается нас сегодняшнее обсуждение, и выслушав всех. Значит, вот такой как бы экспериментальный или какой-то такой вопрос. Значит, я определяю искусство как познание Всевышнего. Вот для того, чтобы это понять, почему это познание Всевышнего, для этого надо изучать, надо иметь знания. Это вопрос преподавания. Не светские здесь в Израиле, не религиозные в своем большинстве, я извиняюсь, что я обобщаю, просто не знаю, что такое искусство. Это не политика, не все. У Канта есть какое-то приближение к этому, но это тоже недостаточно. Поэтому я просто ставлю как бы такой вот практический, метафорический такой, или я не знаю, как его назвать, вопрос. Значит, когда Рав сможет понять, что музыка Баха – это искусство, даже если, его, если это касается его мессы, которая связана там, с христианским текстом и так далее, и так далее, тогда это будет, значит, достижением. Да? Вот если Раф Файерман может что-то сказать о Бахе, не только его инструментальных произведениях и так далее, а даже того, что касается, да, вот, когда поймет человек, что Бергман – это познание Всевышнего, и так далее, и так далее. В общем, понятно, о чем я говорю. Или Рембрандт, да? Вот. Причем и «Три мушкетера», между прочим, то же самое. Да? Это все можно понять, почему и как. Для этого надо разбираться в теории искусства, что такое жанр, и как он работает, и когда он действительно, и Шекспир, и так далее, во всех своих, так сказать, гранях. Шекспир совершенно гениальный, конечно. А Гамлет, Гамлет – это просто, так сказать, очень близок ко многим таким установкам морального иудаизма. Вот. Дело не в морали. Дело в том, что это познание Всевышнего, это особый канал, особый язык. Этот язык надо изучать. Кто его будет нам преподавать? Как он будет изучаться? Где эти эксперты, которые смогут вмешаться и которые смогут приблизить действительно искусство израильское, чтобы оно стало национальным искусством? Где оно и как оно? Это очень сложно. Таким вот стихийным путем у нас, конечно, очень много примеров. Я слушал клезмеров, это совершенно потрясающая музыка. Есть хазанут, есть рассказы, и хасидские рассказы, сказки, агадот. То есть материалы совершенно бездны. Это совершенно залежи нераскопанные, неразработанные всей истории еврейской, всего, которой никто не касается, никто не ставит фильмы на эти темы. Никто не заботится о том, сказать, как когда-то в других странах было, что такое национальный шедевр, что такое национальное искусство. Пока этого всего нет. Вот. Эта книга, может быть, по крайней мере, ее значение в том, что она пробуждает вот эти вопросы, интересы. И я думаю, эта конференция отчасти этого, вот, постепенно, как я считаю, что русская Илья, она без как искусства не может свой вклад внести. Вот. Но вот такое вот у меня, значит, такая постановка вопроса больше, чем какое-то предложение или решение. Очень здорово. Мне лично очень понравилось. Я с вами полностью как бы солидарен и согласен. Действительно, послушать раввина, который бы как бы не то чтобы объяснил, но передал в рамках традиции свои собственные ощущения, что-то искреннее, это да. Вот я читал, что Рав Кук после посещения Британского музея, где увидел картины Рембрандта, он там как бы застрял на время войны, Первой мировой войны, да, он вышел и сказал, это потрясающий цвет, наверняка это человек цадик. Смотрите, это не искусствоведческое определение, но в этом чувствуется как бы большая человеческая искренность. Окей, ну хорошо, пройдемся. В музее нет Рембрандта, ну ничего. Ну ты говоришь? Я говорю, что в Британском музее, по-моему, нет Рембрандта, но в каком-нибудь другом музее, не важно. Окей, Беседер, я проверил, но то, что Рав Кук, это был 100%. Спасибо за уточнение. Беседер Гамур. Так, мы пройдемся по бою. Нет произведения искусства вообще. Ну что? Ну, British Museum, он просто, там нет картин. Ну, хорошо, дальше, давайте.
хорошо. Окей, пройдемся по поднятым рукам, да? Злата, пожалуйста, если можно, не больше 3-4 минут каждый, мы закрываем заседание, потому что мы как бы просто вышли за все рамки. Злата, мы вас слушаем. Злата? Злата? Третий раз Злата? Так, хорошо, Злата пока включает микрофон. Шифра, мы вас слушаем. Шифра? Так, господа, я что-то... Так, вы меня слышите? Вы меня слышите? Да, теперь слышим, да. Я по поводу экспертов, интерпретаторов и раввинов, которые могут ввести в мир искусства. Я сегодня слышала очень много реакций и очень мало примеров. Мой призыв, во-первых, я эксперт по израильскому театру. Окей. И я прошу это не забывать. Нет, мы не забудем никогда. Я могу предложить тему, связанную с психологией творчества и обсуждением книги Выгодского. Но самое главное, что я хочу сказать, одну фразу. Не обсуждать вообще, а идти смотреть, слушать, видеть, читать вокруг море прекрасных произведений искусства, которые здесь были упомянуты, лишь капельку. И тогда обсуждать уже конкретно. Окей. Нам есть о чем говорить, и нам есть чем гордиться. Окей. Заявка принята. Следующая рука. Шифр, мы вас слушаем. Да, я хотела вот что сказать. Творчество обычно оно разделяется на искусство и науку. И вот я хотела сделать параллель такую. Вот как в науке есть такая наука, как математика. Она парвенная. Она ничего не делает. Она математика. Также точно, вот я бы, может быть, сказала, что также точно в отношении искусства это музыка. Она инструмент, она воздействует на органы чувств, она вызывает наши эмоции. Другие виды искусства, они воздействуют на наши органы чувств, но они одновременно воздействуют и на наше сознание. И в этом сила искусства. Я бы сказала, об этом говорили много. В этом сила искусства, но так же, как в науке. Например, вы берете какой-то математический аппарат, ну, параллель к нашим эмоциям. С этим математическим аппаратом вы создаете что-то очень мощное, очень красивое. Динамит, например, вы помните, Нобель его создал, у него были сугубо мирные мысли в голове. А что из этого получилось? Также точно, мне кажется, и в любом другом искусстве. Там есть в каком-то виде искусства больше есть эмоциональная составляющая, в какой-то больше интеллектуальной составляющей. Какие-то виды, какие-то кино, фильмы, какие-то книги нас заставляют думать, вот как говорили здесь, всю жизнь потом над этим. Но мы не знаем, какая атомная бомба будет сделана из простейшего изобретения. Мы не знаем, например, как вы знаете, когда изобрели... Когда был сделан первый компьютер, его изобретатель сказал, я не вижу применения, ну, игрушка. Понимаете? Вот, поэтому мы, когда читаем книгу какую-то, мы ее через себя пропускаем, мы меняемся. Мы меняемся. Мы, да, мы так принимаем, всяк принимаем. То есть, например, можно, например, вот как сегодня, например, Злата сказала, что совершенно жуткий спектакль про арабских мальчиков. А я воспринимаю вот этих «Бегущих за ветром» как очень, как бы, гимн миру я это воспринимаю. Понимаете, все воспринимают по-разному. Я только это хочу сказать, что все по-разному воспринимают. Но вопрос в том, что из этого получается для общества. Я не просто так привела пример Анны Карениной. Мы прочитали Анну Каренину, мы ее пропустили через себя, мы ее поняли, мир изменился, мы все прочитали, это очень сильное произведение, поэтому изменились мы все. Так же точно, как, например, атомная бомба, очень сильное изобретение, изменились мы все. И вот эта параллель, понимаете, вот это то, что говорили о божественном, это тоже... как бы есть параллель между наукой и искусством, потому что, когда вы создаете что-то великое, вы чувствуете, что вы открываете что-то божественное в этом мире.
Поэтому, вот, ну, в общем, мне кажется, что я все сказала, я заняла очень много. Да, все замечательно, мы поняли. Так, Оксана, мы вас слушаем, Григорий подготовится. И, господа, мы подводим черту. Дико извиняюсь, будет желание, мы устроим второе обсуждение. Оксана, мы вас слушаем. У меня вопрос, да, да, добрый вечер, у меня вопрос. У меня вопрос такого характера. Сможет ли вообще человечество, люди, в общем, договориться об одних каких-то рамках, которые есть в произведении, независимо какого, даже если мы возьмем Тору, каждый ее видит по-разному. Если мы возьмем, недаром из Торы вышло много религий, которые все видят по-своему и говорят, что это так и не по-другому. Так же самое, ну, как бы и в искусстве. Смогут ли вообще люди, ну, мы договориться об одном и том же? Ну, вот этот нет. Роман Анна Каренина. Ответ нет. Ну, ответ нет. То тогда... Кто-то хочет ответить. Ответ нет. Вся постановка вопроса была такая. Я думаю, что все согласятся здесь, что нет, да. Нет, моя... Можно я попробую? И даже... Я тогда можно еще вот закончу? Да, да, слегка. Одну секундочку. И вот этот вот момент, когда Андрей сказал, да, что нужен рав, и через него получать вот информацию. Все-таки, когда есть у нас кто-то, кто правильно направляет эту информацию, а не каждый воспринимает ее через свою, ну, там, через свой опыт, через свой даже тот лексикон. Окей. То есть мы можем говорить об одних и тех же словах, но раньше. Оксана, призыв понят. Вы хотите проводника. Я желаю вам... Надо партийные методички надо напечатать по правильному восприятию. Да, я желаю вам найти правильного проводника, но имейте в виду, что когда вы будете пользоваться проводником, вы потеряете возможность быть соучастником, сотворцом. Все. Окей, я Григорий, хочу... пожалуйста. Ну, я не в смысле, это у меня был как вопрос. То есть я задавала как вопрос. Бесадр Гамур, окей. Григорий, пожалуйста, да, твои слова будут сегодня последние. Ой, это страшно. Нет, все, ну, будут завершающие, слегка. Так я хотел ответить на вопрос заданный. Можно? Это кто? Эмиль. Эмиль, вы мне просто нож в сердце, но, пожалуйста, хорошо, мы вас слушаем. Значит, это очень коротко, вы знаете, что мое выступление короткое. Значит, когда я говорил об эксперте, и меня как бы пытались объяснить, что есть эксперты, я говорю об экспертах не в истории искусств, то есть о том, что произошло или кому что нравится. Я говорю эксперт о арбитраже. То есть я говорю о теории искусства. Тот, кто сможет объяснить, почему искусство – это познание Всевышнего, а дальше уже каждый это свой путь найдет в этом. Это не значит, что человека приведут за ручку и скажут ему, вот так и так надо понимать. Он okay. просто должен понимать язык искусства. А как он будет этот язык, его интерпретация, это его личное дело. Все. Совершенно правильно. Окей. Okay. Наверное, я неправильно понял Оксану, я дико извиняюсь. Окей. Okay. Гриш, пожалуйста, завершающее слово. Да, я постараюсь прямо тезисно. Тезис первый. Тезис первый, что жупел нашего времени, самый большой страх нашего времени, что кто-то влезет людям в голову. Что обратите внимание, в чем даже в политике люди обвиняют друг друга. Ты жертва телевидения, а ты жертва интернета. И поэтому, мне кажется, я понимаю, откуда вообще взялась книга Рава Файермана. Это боязнь, что через искусство кто-то вот так к нам влезет и будет нас программировать. Тезис второй, что это, вообще говоря, не безосновательно. Потому что информационные технологии развиваются, и чем дальше, тем больше мы будем об этом думать. И все время будем думать, а это наша мысль, или это нам ее вбили, или это тебе ее вбили. Третье. Смотрите, как называется сегодняшняя передача. Жертвы религии или жертвы искусства, да? То есть да. Тот же самый страх, тот же самый страх. И, по-видимому, культурным людям, религиозным людям все больше и больше придется заниматься тем, что придумывать, а как вообще вычислить вот эти попытки зомбирования и как им противостоять. Вот. Ну и у меня просто предложение как-нибудь об этом поговорить. Окей, давайте сделаем так. Я дико извиняюсь, если кто-то, кому-то не дали достаточного слова. Всем спасибо за участие.
Давайте сделаем так. Давайте следующие встречи, если вы хотите, будем организовывать по заявкам трудящихся. Было такое выражение, да? Правильно? Мое предложение такое. Мне кажется, дико интересно, если кто-то будет предлагать конкретное произведение, либо кусок из него, и пытаться его проанализировать в рамках, в категориях иудаизма, традиций, как угодно. Мне кажется, дико хорошо. Если бы мне кто-то рассказал, например, Джойса, Улисс, объяснил, кто-то сказал, Эмиль сказал про Баха. Вот это потрясающе. Это потрясающе. Хорошо, Цветаева, Пушкина, Нахама поднимают руки. Мне кажется, это дико интересное направление. Окей? Хорошо? Мы на этом заканчиваем. Ну, покивайте головами хотя бы. Спасибо, Нахан, спасибо. Окей, был чат, я его лично прочитал, да, Галя Блех, я прочитал, все, кто написал, я прочитал, Марина, я тебе написал ответ, тем не менее, Раф Кук писал про посещение в Лондоне Национальной галереи, и там он писал... Просто не British Museum, это все, что я хотел сказать. Окей, писал British Museum. Ты сказал Британский музей, я только это поправил, ты совершенно прав. Принято. Всем счастливо. До свидания. Муадим Лисимха. Спасибо большое, Натану. Спасибо. До новых встреч. Я очень рад, что наша конференция прошла именно в Суккот. Суккот – это праздник, когда евреи, в отличие от Песха, который они заканчивают тем, что говорят «Шфох хаматха, излей гнев свой», они, наоборот, выходят к Суку, к народу, к народам, к природе. И вот народу мира. Наша попытка, это выйти к народам мира. Мы идем к народам мира. Они к нам, а мы к ним. Окей? С проводниками или без, как хотите. Все. Всем счастливо и до свидания. Муадим Лисимха. Пока.